Алена, спасибо большое за представление такое прекрасное. Скажите, пожалуйста, вопрос к чату. Давайте сейчас проверим качество связи, звука и видео. Так, Киев, здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Если нас видно и слышно, хорошо. Ждем пятерочек в чат. И сегодня, и вот сейчас начну с представления себя. Те, кто меня не знает, скажу, что меня зовут Мила Зверева, я работаю в студии «Серебряный лебедь». Уже вот пятерочки пошли, спасибо вам большое за обратную связь, здорово. Кстати, если будет какая-то проблема в течение вебинара со связью, вы, главное, не волнуйтесь, все спокойно, мы все всегда решаем, у нас все всегда хорошо, поэтому все будет хорошо. Так вот, работаю я в студии «Серебряный лебедь» уже 2,5 года, даже больше, развиваюсь в абсолютно разных техниках, что можно видеть по обучающим программам, о которых мы еще сегодня обязательно поговорим. Невероятно люблю свое дело и еще больше, наверное, отдавать и, знаете, вот делиться с вами своим знаниями, опытом, секретами, которым приходишь сам и которыми вот прям хочется делиться, потому что это кайф. Реально кайф, недаром подарки любят дарить больше, чем их получать, потому что в этом вот есть вот что-то. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы интересуетесь, что в вашей жизни есть интерес, в вашей жизни есть вот такая отдушина, а для кого-то может быть это направление, вообще целая жизнь, да, вот наше творчество. Большое спасибо за вашу обширную географию. Всех видим. Зоя, здравствуйте. Леночка, привет из Луганска. Евген, всех видим вас. Киев, Харьков, спасибо вам огромное. Сегодня с нами, как всегда, Наталья Ерохина. Алена, спасибо за представление. Наташа всегда нам помогает, читает чат. Если вдруг какой-то вопрос там, мы пропустили, потому что часто чат бежит очень быстро, не волнуйтесь, задавайте еще раз, мы обязательно ответим, ну, в конце так точно. Так что сегодня приступаем, да? Итак, сегодня у нас очень будет теплый вечер. Нас давно просили, был запрос по свечам, да, вот декорирование свечей. Сегодня у нас будет не только декорирование свечей, у нас будет сегодня и подсвечник, и декорирование самого подсвечника, и деревянного, и стеклянного, и вообще самих свечей. Ну невероятно будет интересно, очень тепло, вы можете видеть, наверное, у нас тут, видно ли на камеру, не знаю, в общем, горят свечи, у нас здесь такая уютная обстановка, обожаю все, что связано со свечами. Скоро ведь Новый год. Сейчас, в ноябре, мы еще не так остро его ощущаем. Все-таки дуновение есть, потому что мы уже с октября выступаем с новогодними темами, но, знаете, вот у каждого из нас есть, возникает, ну, как правило, в 20-х числах декабря вопрос подарка. Что же дарить? Избитые вот эти гели для душа и так далее, естественно, все это есть, все это можно купить, но мы же творческие люди, нам ведь хочется чего-то особенного, нам ведь хочется из простой вещи, да, допустим, сделать вот такую, которая еще очень блестит, вот на камеру я потом покажу, или вот такую, к примеру, своими руками. Ведь можно сделать, понимаете, целый набор подарка своими руками. Вот сегодня мы этим и будем заниматься. Итак, мы сегодня приступаем, мы будем декорировать. Сейчас начнем, я затушу пока что. Все-таки нужно соблюдать технику безопасности. Переключаем, давай. Да, переключаем поближе камеру. Мы начинаем работать. Мы сейчас включим близко, что видно, у нас, да, тут происходит. Вот, да. Смотрите, сегодня мы будем делать подсвечник. Первое, что мы начнем делать, это вот такой интересный подсвечник. Будем сегодня очень много работать с морилками и изучать их. Сейчас тут свечка течет, я вам так покажу поближе. Мы с вами сегодня обыграем, вот если, допустим, посмотрите, если здесь распечатка, да, полностью была, здесь распечатка в виде круга, то есть она не встык. Как обыграть края распечатки, потому что очень часто, знаете, вот я поняла, что поймала себя на мысли, что мне вот прям вот надоело даже вот просто клеить распечатку, да, там, ну, да, драть края здорово, все красиво, но хочется ведь чего-то еще такого необычного. Мы сегодня будем узнавать, как это сделать. И, допустим, вот
такой мотив, но он сделан не просто красками. Это тоже вы узнаете чуть-чуть позже. А вот этот сам фон, вот мне интересно. Фон – это морилка. Это, вот, знаете, вот казалось бы, такой вот темный, да, вот да, серый. Такое ощущение серебряный. Похож на краску. Сегодня мы с вами поговорим, я сегодня приехала, вы не поверите, у меня целая сумка, у меня целая батарея, я говорю, Мила, что это? И то это не все. Лена у нас из Ставрополя Якименко, она очень мудро делает, она просто распечатку взяла, ну, понятно, человек едет далеко, а мне-то от чего тут, в общем. Ну, вот я неспроста их привезла, потому что я обожаю работать с морилками, просто обожаю. Они очень, знаете, благодарные, они проявляют структуру дерева, они выделяют вот эти вот всякие... Я не знаю, даже рисунок, да, они проникают в дерево, но настолько, насколько надо проникнуть. Вот этот ты имеешь в виду, не глубже, да? Да, вот здесь, вот, хотя здесь два слоя морилки, но все равно она настолько, знаете, она просто, ну, как вот втекает, да, и вот саму текстуру проявляет. Очень интересно. Я о морилке расскажу, когда мы начнем работать уже, вот прям саму информацию. Возможно, есть новички, те, кто с ней не работал, чтобы у вас ушел этот страх, чтобы вы обязательно познакомились с этим материалом, потому что он очень здоровский. И самое главное, бюджетный, да? Ребят, вообще. 30 рублей стоит вот такая банка в строительном магазине. 30 рублей. Вы посмотрите, вам тут морить, не переморить. Ну, а цветовая разница. На экране все кажется темным. Но вот, допустим, вот эта шкатулка, она сделана вот этой вот морилка цвет эбеновое дерево. Простите за ругательство, здесь так написано. Вот. Сегодня мы будем работать с морилкой папоротник, она зеленого цвета, и я выберу красное дерево. Да, все остальное. Итак, да, вот так вот смело. Они все разноцветные, абсолютно. Вот это вот орех у нас, здесь палисандра, она такая фиолетовая. Цвет очень красивый. Вот этот цвет сосна, вы видите, да, вот как он. Желтый. Знаете, вот он, да, он вроде как они прозрачные, но на самом деле... Они достаточно... Слушай, ну с папоротником я бы вообще побоялась. Она зеленая, и что, будет красивая? Я сама боюсь сейчас. То есть мы не гарантируем зеленый цвет, но... Мы скажем, что так было задумано вообще. Так что не волнуйтесь. Просто в основном, вот скажем, в студии мы работаем все-таки... У нас орех, основная морилка, орех и палисандр. Вы знаете, я намеренно сегодня вот прям принесла разноцветные морилки, прям специально, потому что, как правило, работаю действительно... Понакатанные. Да, понакатанные. Вот, например, у меня вот это классика жанра. Бейтс-морилка цвет орех, которая, кстати, стоит намного дороже, чем вот это вот за 30 рублей. Пол-литра. Пол-литра на минуточку, да. Поэтому так, я ее отливаю отдельно. Посмотрите, какой зеленая. Цвет. Я вам сейчас... Тархунчик. Тархун, да, главное не перепутать и не выпить ее. Беру кисть. Смотрите, у нас сегодня будут вот такие вот распечатки, такие вот картиночки интересные, новогодние, здоровские. Кстати, ребят, девчата, буду все картинки, которые я использовала вот на вот этом подсвечнике, на сегодня, на вот этим, которым будет... Да, водные, Ань, сейчас все-все обязательно расскажу очень подробно. Даже с историей в 19 век. Ого. И вот такой вот. Вообще, все выложу завтра на страничку свою ВКонтакте и в открытую и закрытую группу «Серебряного лебедя». Поэтому у вас будет возможность скачать. Почему выбрала зеленый цвет? Потому что здесь он присутствует, вот и все. В общем-то, логика женская. Пошла по такому кардинальному пути. Ну, будем пробовать. Конечно, здесь нам нужен не один слой. Итак, давайте немного информации. Я вот сейчас, пока буду морить, я буду рассказывать про морилку. Вообще, что такое морилка? Что это за такое вещество? Морилка или кёльнская земля, еще ее называют, она известна с 19 века. Почему кёльнская земля? Потому что она была найдена в пригороде Кёльна. Это в виде такой, знаете, как рыхлой перегнойной земли. Ее случайно обнаружили где-то именно вот в самой земле. Она очень легко растворялась в воде.
и придавала такой сочный коричневый, знаете, такой естественный сочный коричневый цвет. И хорошо ею окрашивали и бумагу, и древесину. Вот. Но запасы были исчерпаны этой самой кёльнской земли, ее было не так много. И на сегодняшний день морилка или бейц, это то же самое, ее получают из угля или нефти. Так, и, в общем-то, именно вот такая вот коричневая морилка, она является единственным природным красителем. Вот именно, потому что вот этот цвет, он уже, конечно, все-таки он сделан уже, ну, такой, как зеленый, допустим, красное дерево, это уже все-таки с добавлением. Вот Татьяна хороший вопрос задает, она говорит, морилки можно использовать в закрытом помещении или они все-таки вредные? Она абсолютно, вот знаете, вот абсолютно без запаха, именно водная. Но давайте сейчас поговорим о видах морилок, да, вот какие вообще они бывают. Так, пока сохнет, кстати, вот именно водные морилки, они сохнут достаточно долго. Давай не можешь, да? Ну, да. Они сохнут достаточно долго, потому что они... И вы, между прочим, вот видите, я могу наносить много, но дерево или там фанера, она впитает ровно столько, сколько ей надо. Поэтому вы не переживайте. Если вы окрашиваете морилкой большую площадь, допустим, там на стене, да, вот что-то, тогда нужно сначала... Если это горизонтальная поверхность, мы всегда идем вдоль волокон, всегда. А если это вертикальная поверхность, тогда мы горизонтальную мы красим сначала горизонтально, потом вертикально, потом снова горизонтально. Ну, это, знаете как, из наработок вот есть такие советы. Так, теперь морилки. Крышку мы окрасим в цвет красное дерево. То есть другой, да? Да, мы будем сегодня прям экспериментировать. Видите, он такой достаточно темный. Он как красное такое какое-то вино или да, даже да, вот что-то. Да. Цвет здоровский, такой красивый. Сейчас такой. Морилки бывают спиртовые, морилки бывают порошковые, морилки бывают водные, вот как сегодня мы, допустим, работаем. Морилки бывают масляные. Потом есть еще там на восковой основе, ну, в общем, их большое количество, ну, и множество разновидностей. Скажи, почему остановилась на водной морилке? Вот чем она хороша? Все-таки почему не спиртовую взяла там или какую-нибудь там восковую или еще? Вот знаете, спиртовая морилка, допустим, она, кстати, она очень быстро впитывается. Вот 15 минут и все, потому что спирт быстро выветривается, и это достаточно, потому что водная, она намного дольше впитывается. Что касается спиртовой морилки, да, почему я не взяла спиртовую? Но это, я вам из своего опыта рассказываю. В принципе, они тоже хорошие, они удобные. Но я пока наношу кистью, она у меня успевает высыхать. И, потому что спирт быстро выветривается. И за счет этого получаются такие, знаете, как то ли пятна, то ли очаги. Есть морилки спиртовые для нанесения кистью. Вы обращаете на это внимание. Их можно вполне использовать. То есть, ну, в общем-то, я просто решила сегодня, на самом деле, просто не заморачиваться. Я люблю водные морилки, они очень податливые, у них очень разнообразная цветовая палитра. Ну, нравятся мне они в работе, в общем-то, только поэтому, потому что вот мне с ними легко и удобно работать. А против остальных ничего не имею, ну, против, поэтому вы выбирайте для себя, вы пробуйте. Просто пробуйте. Но спиртовые все-таки они с запахом. Есть. Вот их неудобно наносить, они все-таки очень пахучие, только на улице, только на свежем воздухе работать. Да, Чем хороша водная? Она как акриловая краска практически. Ну, ни запаха, ни это. Единственный, получается, минус все-таки она водная. Как она влияет на фанеру и на дерево? Как бы, ну, мы же, получается, мочим. Она прекрасно влияет, она быстро впитывается. И, в общем-то, ну, и знаете, вот как она не позволяет закрыть природный рисунок. Посмотрите, вы видите, да? Вот это вот, он не закрывается, он такой остается естественный. И в отличие от красок, потому что красками мы тоже можем морить, мы их просто разводим до вот такого жидкого состояния, и
красим поверхность. Называется просто марение красками, вот и все. Но они все-таки слегка закрывают, да, а здесь у нас вот все это видно. И даже выявляют вот эту текстуру, глубоко проникают, в отличие от красок, между прочим. То есть получается, вот, но мы сейчас вот делаем другую работу, а вот на этой работе какая морилка была использована? Просто ощущение, что это не морилка, она как серебристая какая-то работа. Да, вот скажи, что ты сделала? Нет, но я там еще, конечно, проработала вот серебро, то, что блестит. Естественно, это дополнительно да? было, да, проработано. Но все равно какая это морилка? Вот она достаточно темная, прям как черная. Вот это вот. Ругательское вот это вот эбеновое дерево, она такая, она черная, серая. Да? Она, нет, она серая. Синяя какая-то серая. Она, да? Здесь два слоя. А, два да, слоя. Да, здесь два слоя, он стал таким насыщенным, достаточно глубоким. То есть, получается, водную морилку можно несколько раз наносить, угу. Да? Да. Но знаете как, дерево, я уже говорила, не впитает больше, чем оно может впитать. Поэтому, не боясь, я наношу, и вот еще в мокром виде, это просто. В мокром виде оно все-таки она более насыщенная. Да, когда морилка подсыхает, она становится светлее. Да. Но надо учитывать, что тогда она же опять намочится. Мы да? ее лаком покрываем. А лак потом, водный, да? Да, и лак водный, и все-таки потом еще она поменяет цвет. Поэтому, знаете как, многие делают ошибку и боятся работать с морилками, потому что в итоге получается темный цвет. Вот кажется, мы сейчас нанесли, он не очень темный. А потом покрыли лаком, и он потемнел. Там, или нет, нанесу я еще один слой, или там еще два, и в итоге она становится очень темной, и человек расстраивается. Но это смотря какой цвет. Потому что, вот, допустим, вот этот вот зеленый, он очень светлый, и я еще нанесу. Конечно, знаете как, в рамках вебинара вы такого не делаете, как мы, вы дайте обязательно достаточно времени просохнуть, именно морилки впитаться хорошенько, прям вот даже рекомендуют не один час, для того, чтобы она хорошенько впиталась и приобрела нужный оттенок. Теперь вы можете в морилку добавить краски, акриловые водные краски, для того, чтобы поменять оттенок. Ну, не обязательно покупать 15 банок, да, вот этих бутылок. Вы можете самостоятельно, исходя из вашего рисунка, из картинки, вы можете добавлять вот сюда, допустим, можно было бы добавить, я не знаю, там, либо чуть-чуть черного, либо темно-коричневого, чтобы ее подтемнить. Mm-hmm. Поэтому не бойтесь, они не конфликтуют. Скажи, пожалуйста, mm-hmm. а вот эта вот штука, вот есть, ну, подожди, yeah. вот это. Вот видишь, это получается на фанере, что это какой-то дефект, да, какая-то вставка или что-то такое? Это как раз не дефект, это то, что как раз... То, что как раз будем улучшать и показывать. Да, это то, что нам надо. Дефект в эффект, как говорит Галя. Но, вы знаете, на дереве очень часто встречаются сучки, да, например. Многие, кстати, их боятся, и очень зря, потому что сучки всякие... Морилка как раз их выявляет. И наоборот, работа приобретает, знаете, какой-то вот такой вот естественный вид. Так вот, про краски сказала, про водные морилки сказала. Вот, кстати, еще есть на восковой основе морилки, от них могут быть разводы. Поэтому тоже примите это во внимание. Люблю больше всего я водные, да, и спиртовые, все-таки они имеют запах. Это тоже нужно учесть. Ну, ты знаешь, я вот со спиртовой работала, мне не понравилось, знаешь, в чем ее минус? Когда ты наносишь ее, и вот, ты сейчас наносишь, и тут же проходишь еще раз по этой части. Вот спиртовую нельзя. Вот. Только ты нанесла, и чуть ты в сторону, и опять она как-то скатывает ее. И я такая думаю, мне такая не нравится морилка. То есть, как бы такой нюанс, нельзя проходить второй раз вот как бы по ней. Да, я вот, видите, здесь вот делаю, что хочу. Милая сейчас замачивает практически. Мы ее сейчас подсушим, я просто хочу потемнее цвет, потому что хотела все-таки, да, понасыщеннее проявить. Скажи, а можно морилки смешивать? Например, сейчас мы нанесли морилку, а сверху другой чуть-чуть оттенок.
естественно, тогда, я, кстати, пробовала это делать, это очень здоровская игра цветов, особенно когда вы шкурите, вот как я на той работе своей первой, да, он проявляется один через другой, очень интересный вариант. Это, наверное, не то, что давай сушим, прям вот давай. Посушить, да. Здесь сушим или лучше. Там, да? Давай, хорошо. Так, я пока... Нет, надо просто просушить. Давай чуть-чуть, 5 минут. Да, подсушим. Давай. Так, а я, давайте, пока вот мы сушим, сейчас... А можно спиртовые морилки водой разводить? Вы знаете, мы этого не делали, и этого делать не нужно. Она же спиртовая. Она спиртовая. Да, вот они... водные, вот эти вот, да? Ну, они и так, в принципе, ну, хотя вон Елена Кузнецова говорит, что да, можно, а мы этого не делаем, и... В общем-то, честно говоря, посоветовать этого я вам не могу, потому что... У нас такого нет. Мы не делаем, да, так, поэтому так. Так, пока Наташа вышла сушить, помогать, что мы еще сегодня будем с вами делать? Я вам сейчас еще покажу. Оп! Я купила вот такой набор свечей. Он шел, вот 5 таких свечей. В магазине IKEA. Этот магазин, естественно, есть не в каждом городе, не в каждой стране даже. Поэтому вы не расстраивайтесь. Вы идите в магазин, любой магазин, который есть у вас, где продаются свечи. Лидия, спасибо вам большое за пожелание. Так, как ей работать, если пятна оставлять? Елена, вы, наверное, спрашиваете про спиртовую морилку. Вот поэтому мы с ней не работаем. Поэтому мы пришли к тому, что мы работаем с водными морилками. Вот сегодня этому и посвящен наш вебинар о работе с водными морилками как раз. Можно, Антонина спрашивает, можно ли эти морилки заменить чернилами водорастворимыми для картриджей, так как у меня только имеется морилка водная, мока. Скажите, Антонина, у вас есть вообще краски акриловые? Вот если у вас есть краски, вы можете спокойно их туда добавлять, менять цвета. Вот то, как раз о чем я говорила, что не обязательно иметь в арсенале вот такое количество бутылок, сколько у нас. В общем-то. А насчет чернил, насчет картриджей из чернил, в принципе, они... Знаете, давайте так, я не буду вам говорить наверняка, потому что я этого не делала. Как оно себя поведет, я не знаю. Давайте спросим нашу аудиторию, может быть, кто-то это делал. Потому что если логически рассуждать, в общем-то, картриджи водорастворимые, морилка водорастворимая, они не должны конфликтовать. Соответственно, это делать можно. Акриловые краски есть. Прекрасно. Берите акриловые краски, Антонина, и добавляйте, их окрашивайте. Вот и все. И будет у вас прекрасный цвет, тот, что вам нужен. Попробуйте. Сначала чуть-чуть морилочки, да, туда добавляйте разных оттенков. Ну, знаете как, совсем темнить тоже не надо, потому что получится непонятно что, ну, вы поэкспериментируйте. Итак, возвращаюсь, пока вопросов нет, к свечам. Мы сегодня будем делать декупаж свечей разными способами. Есть их, ну, 4 так точно. Самый распространенный – это горячий с помощью ложки. Есть холодный способ. Есть способ с помощью пергамента и фен плюс пергамент. Ну, в общем, я вам озвучила, какие есть, мы еще к этому вернемся, когда начнем декорировать свечи, и я все подробно расскажу. Итак, свечи, они должны быть все-таки желательно светлыми, вот белыми, да, потому что мы салфетку как бы вплавляем в воск. То есть должна быть белая основа, получается. Да, хотя иначе? Я видела на розовых свечах, на разноцветных, я видела также разноцветные свечи, салфетки на разноцветных свечах. Ну, имеет место быть такое решение. Творчество. Но все же, знаете, эффектнее, когда на белой свече, потому что это красиво, она четко видна. Скажи, вот это тоже получается декупаж или нет? Вот я не понимаю, да? Да, это, но это, знаешь, это что? Тоже что-то. Это, если там салфетка, то это вот такая у меня вот есть. Рис, да? Ну, здесь это не совсем понятно даже, что это, потому что это то ли карта, то ли рис.
У нее такая, ну, больше, да, рисовая какая-то структура. Очень просто стильно получается, красиво. То есть можно и рисовую бумагу, да? Ну, я вам, видите, попробую. А ты чем здесь сделала? Ложкой. Ложкой, да? Да, горячей ложкой. Да. Это не наклеено, ничего. Да? Это именно сделано горячей ложкой. Такая стильная свеча получилась. Да. Мы будем сегодня это делать. Говорила, что будет очень много еще у нас интересного, поэтому... Все покажу обязательно. Итак, по поводу свечей понятно, да, что нужны белые. Сейчас залакируем. Я бы, конечно, если честно, еще цвет. Понасыщеннее хочется, да. Я тоже, ты знаешь, вот зеленый очень прозрачный получается. Вот смотрите, что получается. Вот сейчас глянули, и нам кажется, что светло. Чем хороша водная морилка? Пожалуйста, вот Мила берет сейчас, и ей кажется очень светло, очень рыжа. После того, как она высохла, да? Да. То есть я уже понимаю, какая она будет. Вот, и она говорит, хочу темнее. Да. Хочу темнее. И, пожалуйста, вот это, конечно, плюс вообще морилки, то есть наносить, то есть до 3-5 слоев водной морилки я наносила по 2-3 слоя. Вот, да. Особенно вот это, какая тут у нас... Палисандр, вот это палисандр, она дает прям, знаете, такое благородное темное дерево, красивое, не знаю, очень красивое. У меня была одна девочка, ходила, и мы с ней только палисандром все варили. Все палисандром. Вот. А вы знаете, как правило, так и бывает. Вот либо мокка, либо орех. Почему вот мне захотелось сегодня взять такие разноцветные морения, да, сделать, чтобы показать, что есть еще другие оттенки, есть еще другие цвета. Включайте фантазию, берите разноцветные картинки. У нас праздник, люди, у нас так здорово, у нас такое настроение. Ой, я не могу, у меня эмоции, мне так хорошо. Видим всех, Екатеринбург, Минск, здравствуйте. Здорово, присоединяются к нам девчонки. Так, а вот Антонина нам что-то написала. Можно ли эти морилки, читала ты, заменить чернилами? Да, мы уже об этом поговорили. Вот у тебя был такой опыт из картриджа? С чернилами? Нет, да, не пробовала. Просто... Но если они водные, мне кажется, это аналог краски, аналог это. То есть, пожалуйста, разводите их водой. Вот, видите, в общем-то, то, о чем мы поговорили. Занимайтесь. Хотя лучше, наверное, просто все-таки акриловый не красный. В голову не приходило. Да, кстати, знаете, за что еще я просто обожаю вебинары? За то, что колоссальное количество идей. Вот ты просто вот, ну, вот не знаешь, да, как бы поступить. Люди начинают, я не знаю, такие идеи предлагать. Ну, просто здорово. Спасибо вам за такие фантазии. Помнишь, у нас был вебинар как-то, ну, там, тема накладки, ребята начали предлагать из линолеума. А какие работы прислали? А работы, кстати, огромное, всем спасибо за работы. Да. Евген сделал замечательную работу там в открытую группу, к сожалению, извините, не помню имени, фамилии, присылали. Работы замечательные. Так вот, благодаря обратной связи такое количество новых идей. Леночка, привет! Всем, мы видим тебя. Посмотрите, зеленый цвет тоже светлый достаточно получается. Вот, но думаю, можно его чем-то усугублять. А ну-ка, давай примерим. О, хорошо, ты знаешь, свежо. Свежо. Я вот знаешь, что думаю? Может быть, вот свежо. Эти боковушки... А может, акриловые краски добавить? Зеленый, да? А почему бы и нет? Вот импровизация в прямом эфире. Сейчас мы сюда добавим... У меня есть такая зеленая. То есть нам кажется, что светловато. Хочется темнее, усугубить свет немножко. Вот. О, Елена наша Ефимова, Милочка, Наташенька, привет! Я тоже обожаю водные морилки. Всем отличного вечера. Привет, Лена! Лена там готовит. Да, Лена, ждем, скоро пусть ждем Лену с пряниками имбирными в пятницу. Класс. Смотрите, взяла ладогу, зеленая средняя, и добавляю на ваших глазах в морилку. Ну смотри, Мила, под свою ответственность. Да, сейчас, естественно, под свою. Сейчас как на, все фантазируем. Все принимаю на себя. Так. Так, в КВН тоже посмотрю.
принимаю. А так, а чего говорить? Понимаете, я тут вам сижу, рассказываю, добавьте краску, да, картридж, ну, картриджа у нас нет, может быть, сейчас бы я его сюда сыпанула. А так на ваших глазах, вон, взяла и добавила, видите. Ну, кстати, она становится темнее, я думаю, это видно, да, заметно. Да, да. Да. В общем-то, вопрос, почему этого не сделали сразу? Ну, мы пробуем морилку. Да, нет, мы пробуем морилку. Вот смотрите, мы ее сделали светлая. Очень светлая. Для нашей картинки, ну, не совсем подходит. Хочется усугубить цвет. Мне даже вот этот больше нравится к нашей картинке, да? Вот, посмотри какой. Посмотри, хотя какой. Он вообще должен быть красноватый, он здесь какой-то коричневый. Да? Ну, это он сейчас через камеру чуть-чуть, да? Оттеняет такой. Творческого вечера, Татьяна говорит. Привет, Татьяна! Спасибо. Башкирия с нами, Ростов-на-Дону с нами. Здорово, когда вы пишете города, вообще прикольно смотреть, да, откуда вы к нам подключаетесь. Представляете, такая сеть людей. Так, ну, в общем, вот видите, теперь прям вот заметно. О, какая разница. Но обратите внимание, мы не краской делаем, это все-таки водичка. Да, то есть это морилочка. Вот она какая жидкая. Да. Видите? Это зеленая водичка практически. Да, она, конечно, поярче. Внутреннюю сторону я закончу уже после вебинара, потому что сейчас мы время не теряем на это, а просто уже делаем внешнюю сторону. Насчет ошкуривания. Крым, Евпатория, Татарстан, здравствуйте, всех видим. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Включайтесь. Вообще всегда очень люблю, когда кто-то еще работает вместе с нами, хотя бы просто делает что-то другое. Поэтому если вы сейчас творите, напишите нам, что вы делаете. Так вот, насчет ошкуривания. Шкурить морилку можно, до нанесения лака, и Днепропетровск, видим, и Омск, Сибирь, ну, вообще здорово. Если вы боитесь, ну, смотря, как, конечно, какой там цвет, слой у вас, если вы боитесь ее снести, тогда защитите лаком, потом пошкурите. Потому что вот в чем еще, между прочим, отличие водной морилки от спиртовой. Водная морилка поднимает волокна, и после нее вот, прям ощутимо, знаете, и визуально, и на ощупь чувствуется, как волокна, они прям дыбом становятся. Спиртовая морилка этого не делает. В этом, конечно, ее преимущество, но мы нашли зато другие какие-то нюансы. Иллюстрирую для детишек. А, Леночка, вот, она работает вместе с нами. Она иллюстрирует книжку для детей. Я спрашиваю, кто вместе с нами работает, пусть даже хоть что-то другое делает. Это... Может, кто-то пряники имбирные по рецепту Лены на муке чего. Я уже запуталась, какую я сторону здесь. О, Татьяна говорит, 50 бабочек магнитиков заказали. Ого. Делаю, грунтую досточку, делаю новогодние игрушки. Здорово. Так у нас тут сегодня именно творческая такая мастерская. Вообще, у меня мурашки пошли. Ну, здорово. Обмен энергией, девчонки, посылаем вам тоже, вот знаете, заряд творчества. Спасибо большое, что вы с нами и что вы тоже творите. Ну, Наташ, надеюсь, это уже последний. Да. Сейчас мы покроем лаком. Так, лак мы возьмем матовый. А, насчет лака. Так, весь мастер-класс мне в руку для новогодних подарков друзьям. Вот, отлично. Леночка, супер. Лена работает, и Кима наша, что делает? А, в пятницу. Лена к нам приедет в пятницу на вебинар. Будет вот представлять то, что сейчас делает. Одесса, новые новогодние игрушки Светлана делает. Здорово, Татьяна из Одессы. У меня есть подруга Татьяна, которая живет в Одессе тоже. Носочек Вера вяжет, это творчество. Косяки исправляет Елена. Дефекты, эффекты. В эффекты. Во, это здорово. Так. А где это? Так. Давайте расскажу про лак. Мне бы в помощнике Наташа, Татьяна, Наташа наша. Мы ее не отдадим вообще никому. Вяжу носочек. О, какие у нас...
рукодельницы, боже мой, исправляю свои косяки на коробе, дефекты в эффекты. О, Елена, какая умница. Надо же, то есть, ну, не остановил ее. Дефект, молодец. Ну, там, да. По поводу ошкуривания. Сейчас, я уже вот как раз об этом говорила, вы смотрите, можно шкурить. В общем-то, честно говоря, я шкурю и до нанесения лака, и после нанесения лака. До нанесения лака можно, в принципе, оно... Оливье, я так хочу 3 дня оливье уже. О, Нина нам пишет, люблю водную благородную Марилку Палисандр. Нина, мы с вами, я тоже ее люблю. Пока пользуюсь только ею. Надеюсь, что буду использовать после вашего вебинара Марилку Красное дерево. Пока боюсь. Послушала, какая Марилка зеленая, какая первая. Папоротник. Папоротник. Так вот, я отвечала по поводу, на вопрос по поводу ошкуривания. Так как волокна дыбом становятся, все-таки их нужно пошкурить. Но единственное, что можно, ну, так, знаете, как, если переусердствовать, можно прям вот содрать ее. Поэтому вы смотрите для себя, можете защитить лаком и тогда пошкурить. Вот здесь вот я намеренно ее прям вот видите, прям сильно шкурила, прям до дерева. Мне хотелось этого сделать. Сегодня мы с вами тоже это попробуем. Вот, поэтому я тут шкурила и до нанесения лака, и после нанесения лака. Она идеально гладкая, просто она выскальзывает из рук. Может быть, даже видно, как она блестит, но я обожаю такие работы, которые сделаны качественно. Так, все морилки у нас сегодня водные, абсолютно все. Дверь состариваю. Круто! Это как? Дверь, вы ее сняли или она у вас закреплена? Так, который день мучаюсь с декорированием маленького столика, где-то вдохновение застряло. Татьяна, может, мы сегодня как-то вам его подбросим? Может, вы туда понаставите свечей, которые задекорируете? Итак. Нет, еще не высохла. Видите, как она долго сохнет? Может, хорошо. Давай пока свечи сделаем. Давайте перейдем к свечам. Раз у нас такой перерыв. Я тогда Наташу попрошу, пожалуйста, пока когда подсохнет, просто ее принести. Да, залакировать даже. Даже залакировать хорошо. Давайте тогда, да, действительно, мы не тратим время, мы переходим к декорированию свечей. Та-дам! Итак, нас очень много просили, прям вот были запросы по декорированию свечей, хотя эта информация есть везде и доступна, но все же очень интересно, когда в прямом эфире об этом говорят, когда есть обратная связь, когда может вам ответить мастер, когда можно ошибки сделать, можно ошибки исправить, ну, в общем... Вместе. Хочу я эту свечку задекорировать. Вот у меня вот есть такая салфетка. Новогодняя планшет. Новогодняя, да. И я заранее, ну, естественно, подготовилась, вырезала для того, чтобы не тратить время. И буду делать сегодня ее вместе с вами. Теперь, что касается мотива. Если он вот такой, как на данной свече. Видите, вот такая вот салфеточка. Его не обязательно вырезать. Во-первых, это сложно. Во-вторых, не имеет особого смысла, потому что фон белый. И когда мы проходим вот здесь вот, ее декорируем, как мы сейчас будем это делать, просто вот этот белый фон, он сливается, он втапливается в воск. И его не видно. Поэтому нет необходимости вырезать. Можно просто вырвать. Что касается темного фона, его, конечно, надо вырезать, потому что он будет в любом случае виден. Вот такая у меня салфетка, я поэтому дома помедитировала, повырезала и, в общем-то, пришла вот к этому. Еще очень много интересных вот таких вот у меня здоровских на высокую салфетку. Тут, видите, такие мотивы мои любимые, индийские, такие ангелочки есть. Ну, в общем-то, подготовила я такую салфетку, поэтому мы приступим. Кстати, вот такие салфетки очень классные, с гномиками. Их тоже можно очень здорово обыграть. Девчонки, загляните в свои салфетки, в свои залежни. Я когда, я думала, ой, а что же я буду клеить? Думаю, наверное, в студии поищу. Потом я, когда достала свои салфетки, я просто была поражена, сколько у меня всего интересно. Я давно, честно говоря, не работала с салфетками, потому что все больше
все больше распечатки. Вот, поэтому доставайте свои салфетки, и не обязательно прям новогодние мотивы, какие у вас есть, такие делайте. Для этого нам понадобится... Так, сейчас мы все это спрячем. Огонь. Есть, я уже говорила, что есть два способа. Не два, есть больше. А, вот. Больше способов, чем два декорирования свечей. Самый распространенный. И самый из Молдавии. Стелла, здравствуйте. Да, прямой эфир важен, Леночка пишет, он же еще неповторимую энергию и ауру передает. Это да, потому что, вы знаете, я так... перед лакировкой будем шкурить. Леночка говорила уже, сейчас принесут, посмотрим, как она там себя ведет, и решим, будем или не будем. Так вот, первый способ – это горячий. Мы декорируем, мы клеим салфетку с помощью ложки. Очень удобно. Почему? Потому что она выпуклая у нас, и мы ее нагреваем и прикладываем. Сейчас буду все показывать и говорить. Прикладываем к поверхности, и, в общем-то, она втапливает. Вот этой свечки хватит нам? Да, конечно. Можно газовую горелку использовать, но это надо стоять у плиты как минимум. Так. Поближе сейчас покажу. Смотрите, наверное, давай камеру поближе. Нам нужна свеча. И ложка сама. Так вот, мы придерживаем вот так вот салфетку. Берем ложку. И с внутренней, внимание, вот здесь очень важно, именно с внутренней стороны нагреваем ложку. Почему? Потому что если мы греем снаружи, ложка может закоптиться, вот как, в общем-то, внутри она коптится, и может испачкать нашу салфетку. Поэтому пользуемся внутренней стороной. Как долго держать? Мы сейчас, вот я подержу, я потрогаю пальцем. В общем-то, она достаточно хорошо нагрелась уже. И главное тоже не перегревать, лучше чаще нагревать. Смотрите, ложка горячая, я ее прикладываю к салфетке. И вот сейчас вот такими круговыми движениями, сейчас будет видно, у меня воск подплавляется. Вот видно на камеру видно, вообще? Видно, но насколько, давай, она делаешь? Просто красная. Да, видно, вы знаете, вот, вы не стойте ни в коем случае на одном месте, потому что могут быть ямы остаться. И, да, потому что воск от горячей ложки, он плавится. Вы вот такими круговыми... Вот я ее зафиксировала, в принципе, вот, она у меня уже держится, видите? Все, она уже здесь приклеена. Как просто. Да, все очень просто, но есть нюансы, на которые я сейчас буду обращать внимание. Ложку я буду достаточно часто греть, чтобы, ну, тоже ее не перегревать, и в то же время, чтобы все приклеилось. Мы, когда клеим, таким образом, у нас на салфетке образуются белесые пятнышки. Что они означают? Если они у нас тут будут, я вам постараюсь показать. Это означает, что воск не растопился под салфеткой. И просто нужно там еще раз будет пройтись ложечкой и саму салфеточку туда в него втопить. Вот. В общем, и главное, это просто, да? Очень просто. Мила, очень. Вот смотри, вот сейчас такие быстрые подарки какие-то, не затратные, да? А все равно надо как-то внимание оказать человеку как-то. Вот. Очень много. И необычное, понимаешь? Не просто ты купил набор свечей, да, вот каких-то, ты ведь душу вложил. Тем более в Икее, они все одинаковые практически. Могут быть выше, ниже, но они все одинаковые. И это, знаете, как типа, вот шел мимо, что-то там схватил и как бы отделаться. Да. А здесь вот вы когда сидите, вы знаете, это такой интересный процесс. Вы вкладываете какую-то любовь свою, вы тратите время с любовью, внимание. Я не знаю, мне кажется, подарок это очень в себя впитывает, и человек это будет обязательно чувствовать. Вот Стелла задает нам вопрос, а жировые пятна от воска не проступают на картинке? Проступают, Стелл. Я в конце позже обязательно об этом скажу, и что с этим делать, обязательно тоже скажу. Просто сейчас, понимаете, если я скажу, может, информация не усвоится, надо сказать и показать одновременно. Еще хочу очень обратить ваше внимание на то, когда вы вот так ложкой проходитесь, проходите именно серединкой, не носик, не...
кончиком. Не кончиком, да, потому что он не горячий, и потом будут такие, как ямы, борозды. Когда мы подходим к краю, мы здесь стараемся быть очень аккуратными, потому что мы все-таки задеваем свечку, которая, область свечи, которая, на которой нет салфетки, и там образуются потеки и вмятины. Это неизбежно, но я покажу, как это убрать. Чуть-чуть позже покажу. Здорово, как бы такой простой способ. Я, ты знаешь, ну, нас со свечами никогда не работала, но мне очень интересно, вот этот момент сейчас происходит, плавление, и салфетка действительно как бы воск впечатывается. Да, очень здорово. Да, поэтому, Стелла, воск проступает, потому что туда он в себя пускает, да, вот салфетку, она туда впитывается. Но она впечатывается, да, впечатывается. Да, прям. Но я, знаешь, как, я не вижу в этом проблемы. Свеча – это и есть восковая, у нас же тут нет задачи ее, ну, знаете, финишная лакировка идеальна. Это свеча, да, как бы, здесь, ну, она даже если и будет этот воск проступать, ну и что? Как бы, в чем проблема? Ну, проступает, это же восковая свеча. Мы даже можем вообще тут засыпать кучами глиттерами, контурами, да? Да, то есть как бы придать ей вот этот шарм новогодний, то есть не просто картинка, а как бы усугубить какими-то такими объемными аксессуарчиками. Так, Нюта спрашивает, свеча из воска или парафина? И есть ли разница? А можно прочитать, кстати, вот на коробке, что там написано? Но все-таки я думаю, что это воск. Сейчас мы узнаем, что тут нам пишут. Восковые свечи. Сейчас, у нас есть коробочка, да, которая должна быть, в принципе, написана. Мы долго не держим ложку на одном месте, да, помним, потому что образуются ямы. Чего же я так себе как-то повернула? Нет, ты знаешь, на ней не написано. Нет, ну вообще свечи восковые. Я, честно говоря, с парафинами не работала, поэтому я вам не могу сказать четкой разницы. Если вы будете работать, обязательно напишите нам. Все-таки интересно. Ирина говорит, а если я прозевала и сделала ямку, что все, то все пропало, можно как-то исправлять эту ямку? Ирина, вы ждите, немножко терпения, я вам покажу, как исправлять ямки. Обещаю. Чуть-чуть терпения. А, так вот, картинка, мы помним, она должна вплавиться, да, в парафин и стать как бы полупрозрачной такой. Вот я ее даже приподнимаю. А ну-ка, ну а цвет вот сейчас, интересно, мы сейчас далеко камеру поставили. Вот видите, вот она начинает это блестеть. Парафин. Да, вот видите, она начинает блестеть от того, что салфетка, вот, видите, она стала... вплавилась в свечу, то есть она уже не салфетка, она уже свеча. Вот если здесь эта бумажка, прям вот видно, вот как расплавляла ее мило, и прям вот этот весь, вся свеча залилась вот этой картинкой. Так, сейчас хочу еще сказать по поводу салфетки. Салфетка растягивается. Обязательно обращайте на это внимание, потому что я хотела, честно говоря, сделать, видите, по кругу, но у меня закрыла здесь... Растянулась. Да, растянулась салфетка и закрыла. Ну, да, просто, понимаете, вы когда будете делать именно вот такой вот мотив, вы учитываете, что она тянется, или не такой вырванный, а когда вам нужно всю свечу, например, задекорировать, да, вы не обрезайте сразу, обрежете уже в конце вот эти вот, когда у вас будет, допустим, да, вот эти вот стыки. Она может потянуться и еще вырасти. Mm-hmm. Вот, поэтому в конце их просто нужно под корень обрезать, и ничего страшного, а также ложечкой пройтись. Mm-hmm. Хотелось бы сказать, там, вроде был вопрос по поводу толстых, тонких свечей. Mm-hmm. Да, вот Стелла спрашивает, для такого декорирования подходят только толстые свечи, белые и желтые? У меня просто есть красная, она узкая, но не знаю, как к ней картинку подобрать, чтобы она была видна на свечах. Свечи. Ну да, на узкой... Стелла, я вам сейчас подскажу, как. Я, понимаете, я хотела сделать декупаж на узкой тонкой свече. Знаете, вот прям, как они называются? Ну, они такие где-то 2 да, сантиметра вот диаметре, да. Вот есть такие штампы.
Я хотела это сделать, но просто не успела, поэтому я взяла рисовую бумагу и ее сюда вживила. Потому что идея у меня была именно вот тонкую свечку, потому что тонкие свечи, девочки, мальчики, обращаю внимание, это опасно декорировать бумагой. Почему мы берем толстые свечи? Потому что они сгорают вовнутрь. И бумага у нас не горит. Она, если что, там как-то сворачивается, плавится, ее можно отодрать. Мы соблюдаем безопасность. Это очень важный момент. Пожалуйста, обращайте внимание. Стелла, спасибо за вопрос. Поэтому тонкие свечи я рекомендую, если есть штамп, допустим, у вас такой, ну, я не знаю, или приобрести, потому что хочется просто красками. Да. Вот Вера подсказывает, она говорит, для тонкой свечи можно декор узкий по спирали. То есть как-то да, вот спиралевидный, да, декор? Так. Или же, у меня тут, знаете, у меня тут на все случаи жизни приготовлено. Но к этому я еще позже вернусь, да, и еще у меня где-то были ленточки здесь. Ой, так, я думала, что, ну, в общем-то, сейчас, может быть, тесьма такая была. Ее тоже можно, в общем-то, применить. Да, можно ленточки из декупажа, правильно вот подсказала. Тонкая свеча, Наташа, это вот бумага, именно, я имею в виду, вот так вот, если по спирали, вот нам подсказали, вот так по спирали, да? Ты имеешь в виду, что она может загореться, да? Да, потому что тонкая свеча, она ведь как горит? Она сверху, да, начинает, да. Да, то есть это там пламя, быть... девочки, обращайте на это прям внимание, потому что это очень важно. Если вы подарите людям, допустим, тонкую свечку, задекорированную бумагой, ну, может случиться, не дай бог, пожар, потому что тонкие свечи горят, они сгорают как? Мы же все помним, да, как у нас течет парафин по тонкой свече. А, Стелла говорит, ну, а если нет штампов, вот эти силиконовые, я тоже, у меня первый вопрос, когда ты достаешь штампы, это проблема. Я понимаю, что это прекрасно. Где их взять, что с ними делать? Вот Ирина говорит, можно раскрашивать акриловыми красками. Да, можно потом. Под трафарет, Стелла, да? Стелла, берем контуры. Контуру есть вот возможность приобрести все. Есть специальные контуры по свечам. Не все могут их приобрести, не везде они есть. Если вы специально отдельно не занимаетесь свечами, тогда, может быть, и надобности такой у вас нет. Но можно расписать, вот как здесь, видите, я поставила контурами. Угу. Точечки. Можно рисовать контурами. Рисунки какие-то, да? Ну, знаете, снежинки, например. Или, к примеру, взять трафарет в виде снежинки. Вот какие-то вот такие вот. Угу. Вот что это такое. Потому что я прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность. Мы, видите, берем самый простой способ. Есть салфетка декупажная, вот Оксана спрашивает, салфетки или тканевые, или это? Нет, обычные бумажные, вот, ну, которыми пользуются на кухне. Да, да. Вот, то есть это, ну, это везде есть. В любой магазин пойдите, салфетки продаются. Да. И свеча, и есть свеча. Везде. Девчонки, здесь просто минимум материалов. Минимум материал, свеча. Не обязательно покупать дорогие. Но есть действительно на разные. Вот даже такой свечи, я имею в виду толщины, достаточно для того, чтобы сделать уже на ней декупаж, потому что она уже вовнутрь горит, видите? Да. И уже не будет опасности никакой. Берете свечку, берете салфетку, вырезаете, вырываете, клеите, все, у вас уже реальный подарок вот человеку красиво, готов. Да. Посмотрите, как здорово. А если контуром еще точечки поставить? А если вы возьмете глиттеры? А если вы все это посыпете? Да вот тут вот все украсите? Да боже мой, вы что? Так, сейчас перехожу к тому, о чем не раз вы спрашивали, как сгладить стыки. Я беру, вот нашла, у меня вот были такие салфеточки марлевые. А можно вот таким вот полотенечком. Я пробовала и тем, и тем. И я просто как бы затираю. Ну, не знаю, видно тут, Наташа, будет видно. Ну, давай так, как там чуть-чуть на цвет. Цвет. А, так, сейчас пытаюсь поймать. Я думаю, что вряд ли вот, будет. Нет. Вот, видишь? Вот, видите, да. Здесь есть такие ямки. Они неизбежны, потому что все-таки... ну, у нас горячая ложка. И я беру вот этой марлечкой и вот так вот затираю. Прям по салфетке и ну, по воску? Я, конечно, сейчас тру именно выше, аккуратно, без фанатизма, чтобы это все не снести. Но и вот просто жалко очень, что камера не передает, потому что здесь реально стало гладко. Наташа, смотри.
Да. А вот было, вот посмотри здесь. А было, да. Ямы, да. Ямы неизбежны, не бойтесь их. Не бойтесь. Да я вообще в этом не вижу проблемы. Ну, нет, ну, честно говоря, вид немножко, ну правда, ну, вот ямки есть. Вид все-таки, он, ну, теряется. Но, смотри, гладко стало. Да. И вы берете вот такую марлевую салфеточку. Можно взять тряпочку вот такую вот тканевую. А, то есть ты имеешь в виду края вокруг, где она вкладывалась, да? Ну, я по салфетке, да? Честно говоря, тоже прохожусь. Тоже? Да. Ну-ка, да. Сейчас еще не дошло. Ну да, она гладкая. И все, и мы убираем. Ты как ее зашлифовываешь? Да, именно так. Я сглаживаю. Интересный способ. Вот и все. А как ты, почему ты вдруг решила, что это надо делать салфеткой? Вот интересно. Ну вот, думала, пробовала и решила. Она действительно становится очень гладкая. Вот я ее пробую. То есть после того, как ложкой водили, она такая бугристая. Поверхность. А так как сейчас затирается вот такой марлечкой, винтиком, она становится такая идеально вместо шкурки, скажем, да, так, да? То есть, понимаете, у нас же декупаж на свече, у нас же обязательно ошкуривание должно быть. У нас обязательно должна быть идеальная лакировка. Да, да, это непременно. Вот вам вариант идеальной лакировки. Галина хороший вопрос задает. Она говорит, тереть по теплому или она уже все-таки остыла? Она быстро остывает. Она быстро остывает прям моментально. Рисунок большой. Вы знаете, очень красиво. Посмотрите, какая она стала. Вот просто белая свеча, на ней всего лишь понсетти. Какая она уже нарядная. Я вам сейчас быстренько покажу второй способ. Он называется холодный. Он немножко отличается от горячего способа тем, что мы наш мотив, мы его не вплавляем. Может, давай другой свеч? А то она будет сильно много. Нет? А он снимает, оно потом снимется. Мы его не вплавляем. Отличие, да, от горячего способа. Мы берем вот такую вот круглую палочку или же кисть. Но только без фанатизма. И берем, смотрите, вот так вот начинаем катать. И ее, как бы, эту салфетку втирать, так сказать, сейчас. Ох, ёлки-палки, ничего себе. А нельзя ее просто лаком сверху покрыть? А как же? Он же? А вдруг отвалится? Не, ну лаком акриловым взять ее и пройти нельзя так делать? Салфетку на свече? Да. Ну, акриловым лаком. Думаю... Нет? Мне кажется, будет все-таки это видно. Или сбрызнуть разве что аэрозольным, но и то. И вы знаете, смотрите, она как бы у нас приклеивается. В чем вообще кайф? Очень хорошо большие мотивы клеить, потому что вы можете в любой момент, складка образовалась, приподнять, потому что если мы горячей ложкой делаем, мы уже приподнять не можем. А тут мы впечатываем. Интересно, просто прикатывая, она в свечу как-то входит? Да. Интересно. И вы можете, если вы боитесь сразу ложкой, вы можете да, вот так вот... Как... Правда, она тут... Да, правда. Она хваталась, да. Конечно, правда. Ну, просто как-то просто ее катая шариком... Как, ну, как это будто... не шарик, это палочка. Ну, палочка, она в воске, все уже, обалдеть. Так, наша морилка высохла уже, ну, интересно. То есть, получается, салфетка как-то соединяется с воском просто, да? Да, ну вот в том-то и фишка, что, понимаете, вот, смотрите, здесь она, видите, у нас, а здесь держится. Вот вам уже сразу два способа на одной свече. И можете, если хотите, закрепить и пройтись сверху горячим способом. Я, честно говоря, вообще обалдела от этого способа. Век живи, век учись. Нет, то, что горячим я и знала, видела, что делать, но что вот так палкой просто салфетку катаешь. Это не палка. Она говорит, ну, обзывает на мою стремку. Палкой катаем, стеклянной по свече, у нас все. Наташа, нагреваешь, ну работает холодный способ. Девочки, вы слышите вообще, они не знают, они чего-то, но не знают. Такое может быть вообще. А Татьяна говорит, горячий. Что, ничего не нанесли? Подожди, стоп, я ничего не да, Лёля. Привет всем. Лёля пропустила его. Да, я не поняла. Урок пропустила. Да, ничего не нанесла. Здесь просто. Ложкой. Да. Видишь, ну, горячий. А здесь холодным способом. Холодный способ, это называется вазюкой по салфетке. Палкой, вазюкой по салфетке. Мы ее, понимаете, мы ее не приклеиваем. Мы ее просто приглаживаем. Вау. От центра к краям. Вот она как-то идет. Впечатывается. Да, мы ее приглаживаем. Короче, от трения. Можно приподнять и выровнять, складки убрать. Понимаешь, палка нагревается, вот так.
разговаривает. И понимаете, еще хочу вот сказать. Во-первых, она не теряет яркость. Все-таки вот эта салфетка немножко потеряла яркость. Но очень важный момент. Вот прям услышьте меня. Это опасно при горении свечи. Потому что здесь она у нас внутри в воске. Все-таки вот это вот. Да, она не дойдет до края. Но я должна это сказать. Да ты что, она не дойдет, такая толстая свеча, она прогорит внутри все. Наташ, ну мало ли люди дарят другим людям, ну господи, потом скажут, сделали по вебинару, они технику безопасности нам не сказали, ну что такое. Пусть они сожгли тушить. Я должна. Ветер проходит. В общем так, покупайте свечи в комплекте с огнетушителем и дарите друзьям на Новый год, как вариант. Вот, это холодный способ. Все, она приклеена. А, ну смотрите. Да, я не верю. Они не верят. Да, я не верю. Приклеилась. Класс. Не, ну это нонсенс. Палкой возьми. Это не нонсенс. Палкой возьми, девчонки. Леночка Мельникова, привет! А Стелла говорит, а спица чулочная может служить такой волшебной палочкой? Вы попробуйте, Стелла, но мне кажется, она... тонкая слишком. Мне кажется, у нее какая-то палочка стеклянная. Да как... нет. Она что-то там намешана. Что-то излучает. Они мне не верят, девочки. Ну, там что-то намешано явно. Каким-то составом явно. Можно взять вот такую вот обычную кисточку. Не парьтесь, у кого нет возможности купить в мыльном магазине. Что сейчас еще? А феном такая салфетка, так, а феном тоже салфетка теряет яркость, феном есть. Давайте я вам теперь расскажу, пока вот буду сейчас декорировать еще. Смотрите, хочется все-таки еще какой-то придать ей блеск, да? Вот я взяла такой у нас сегодня, мы работаем с Перлен Пен, с вот такими, контур. Есть, да, ну, такие, которые делают жемчуг. Есть, они разноцветные, есть специальные по свечам, но, в общем-то, зачем тратиться, когда можно. Итак, я набираю, видите, на губочку, оббиваю, и у меня получается вот такой вот блеск. Я теперь буду проходиться, ну, наверное, на камере все-таки этого видно. Нет, видно. Блестящее, желтое такое. Вот. А что оно дает, скажи, пожалуйста? Оно дает красоту. Оно дает золотистый такой налет, да? Ага, она становится покрытая золотом. Конечно. Девчонки, был вопрос про фен. Смотрите, помимо холодного и горячего способа, есть также способ еще пергамент плюс фен. Чисто сразу на салфетку феном дуть. Горячим, что ли, да? Да, просто горячим феном, ну, не экспериментируйте. Вы берете пергамент, ну, не знаю, у меня нет пергамента, но я вам покажу на вот эту... рукав, да, в котором мы печем, закрываете вот так вот. Салфетку. Салфетку. Не рукав, а как же он? Господи, бумага пищевая, да, или как? Подскажите, пожалуйста. Вот так закрываете. Берете фен и дуете. Плюсы. У нас нет дырок, у нас нет ямок, у нас нет... Оно все-таки как-то, знаете, вот гладко будет. Но минусы. Нам надо постоянно как-то поднимать бумагу, смотреть куда попало, где все-таки она приклеилась. Но такой способ существует. Для выпечки. Да, Леночка, спасибо. Для выпечки. О, для выпечки. Пергамент. Ну да, вот оно и есть. Ольга говорит, все посыпать блестками. Да, это вообще будет просто шикарно. Да. Новый год посыпался блесками, красота. И сидя. А где у нас подсвечник? Вот он. Вот а он. Подождите, мы же еще к нему придем. Вот он же. Вот у нас он. Же здесь куча всего, вы думаете. Мы всегда с идеями, потому что очень Кайфа. Хочется, понимаете, вам много всего дать интересного для того, чтобы вы взяли это все, применили и начали творить. Реально, вот хочется просто вам дать толчок, дать много идей. Импульс, дать видение. Потому что когда сам творишь, вот я помню это, знаешь, как немножко и закисаешь, что? Закисаешь, да. Хочется вот этого обмена энергиями, да. Поэтому я очень часто ходила на мастер-классы в нашу студию, да, потому что вот хочется этого обмена, у кого какие идеи, что как делать, и приходишь такой весь заряженный, начинаешь делать, вот, да. Вот, где мы все, собственно, все и познакомились, на мастер-классах, да, куда нас привела вот эта общая тяга, потому что действительно сидишь дома, ну, оценят твои родные и близкие, но если вы делаете на продажу, оценят покупатели, там, ну, друзья, да, а хочется ведь
масса единомышленников. Единомышленников. Да, посмотрите, сколько нас, мы со всего мира здесь. Господи, ребят, это ж так здорово, что нас всех притягивает единение, да, вот да. Какое-то. И что вот вы пойдете, вот прошу вас, присылайте фотки в группу, в личку, подарите своим друзьям вот что-то такое интересное. Знаешь, а мне нравится вот эта золотистость. Она как бы, знаешь, какой вопрос возникает? Угу. То есть видно, что рисунок, а свеча золотая, например, вот. Да? А вот, кстати, еще один из таких способов, да, украшения, плюс именно по светлой, по белой свече. Она залакирована? Да, отлично. Она залакирована. Угу. Так, Ольга пишет тут нам. Кстати, делала так свечу, но покрывала всю полностью салфеткой вокруг. Потом, да. Когда горит свеча, выгорает только середина, да. Как ямка получается. Да. Края с салфеткой не плавятся, угу. Да, Ольга? Вот, Ольга, то, о чем мы говорим, но это в таких толстых свечах. Мы вот почему мы говорим, да, если свечка такая тонкая, там опасно. Да, спасибо вам за обратную. Да, Стелла спрашивает, это краска золотистая? Нет, это у нас вот эти вот карандаши. Контуры, но вы можете контуры. Взять контуры, да. Я уверена, что вы можете взять золотую краску, да. И получить этот же, да. Да, просто вот чтобы был блеск. Контуры просто, получается, он, знаете, что делает? Лаком не надо покрывать. То есть контур — это финишная отделка. Вот когда. Да, я думаю, золотую краску здесь такой тонюсенький слой. Может, ее тоже принесли. Акриловую, ты видишь, чтобы не надо лакировать? Ну, если золото, да, какое-то взять тонкое. Ну, да, ничего не будет. Она высыхает, акриловая краска высыхает, ее потом водой не размочишь. Здесь не такой тонюсенький слой, что он просто переливается и горит. Смотрите, вы можете, посмотрите, да, вот разница. Вот белая, да. Белый. У нас уже... Ну, мне белый нравится. Тоже. Белый тоже здорово. Такой, знаешь, вот, кстати, кто-то говорил про снег. Вот здесь да. Вот внизу можно было положить снег искусственный. А вот здесь вот наверху, я вот, знаете, вам сейчас всего здесь понадаю в одной работе, а вы уже выбираете там, что хотите, вам... Да. Да, что вам подходит, что вам больше по душе. Угу. И вы можете поставить здесь по контуру. Вот такие вот. Я, правда, не вижу, но тоже, куда я попадаю. Все, ты более-менее попадаешь, как-то все отлично. Симметрично. Очень-очень. А что нам симметрично? Мы можем и зигзагом пройти. Да, да. Мы можем и цветочком, и зигзагом. Мы можем. Так, Стелла, контуры и краска разные по составу, плотности. Ну, чуть-чуть разные, да, именно контур и краска, в чем их отличие. Ну, да. Чуть-чуть есть отличие, но, да. Но мы, видите, растушевываем. Вы же видели, вот губкой Мила практически растушевала. То есть, ну. Я много не беру, потому что будут пятна по свече, будут очаги такие, поэтому я беру чуть-чуть. Так, что-то у меня гигантомания, по-моему, началась. Я, знаете, у меня просто вид сверху. Да, шикарный дочка. У тебя соразмерно с твоей свечой чушек. А, ну да. Ой. Потекло. Ага. Контур жидковатый, может течь. Если густой, наоборот, надо выдавливать. Мне вот этот, чем контур нравится, вот этот перпен, ну, он вива еще, вот видите, у него вот этот вива он идет. Он очень мягкий, и им классно работать, он очень легко выходит. Но единственное, что у него носик достаточно толстенький такой, mm-hmm. То есть это для таких объемных все-таки работ. Мы там делали там на работах какие-то завитки, уголки. Мила сейчас сосредоточилась, да, поэтому болтаю я. Я что-то прям... Ну, потому что работа такая тонкая, точечки достали. Так, смотрите, что у нас получается. Вы можете точно так же, вот, видно, да? Да. Ой, пальцем влезла. Пальцем по контуру, он же еще не высох у нас. Вот здесь. Не. Ну, ничего страшного. Ну, ничего, я потом закончу. Конечно, это у нас сейчас идет такая рабочая обстановка. Ой, здесь влезла. Ну, аккуратно, да. Да. Он же не высох у нас еще. Смотрите, да, уже мы как-то по-другому украсили. Ладно, в общем, запомните, как было. Мы уже как по-другому украсили. Вы можете точно так же выделить вот здесь вот на вот эти вот тычинки золотом. Ну не тычинки, а у цветочка. Да, у цветочка, конечно. Наташа, там вопросы, наверное, какие-то, по-моему, идут. Вот, девчонки, ребята, вот у нас такая свеча получилась.
двумя способами мы ее декорировали. Включайте фантазию, играйте, пляшите от самого рисунка, от самой картинки. Соответственно, берите контуры такие, украшайте, можно здесь по кругу рисовать, зигзаг, все что угодно, вот все что угодно просто. Угу. Так, ребят, что там, комментарии какие, что там происходит, говорите. Ну, то, что, по-моему, вопросы были, побежали. Нет, пока все красиво, класс. Но мы озвучивали ниже вопрос. Смотрите, теперь, что у нас получилось? О, в общем-то, знаете, честно говоря, мне и так нравится. Спасибо Лёле, она... уже залакировала поверхность и ее ошкурила. Спасибо ей огромное за это, потому что мы можем все не успеть. Сейчас мы будем клеить. То есть, но это обязательно давай проговорим. Итак, Маринкой мы проделали. И что происходит? Вот если мы не залакируем. Во-первых, посмотрите, какая красота. Какие у нас здесь поля, дороги, леса. Как видна структура, вот эта вот фактура дерева, да? Ой, я за это обожаю, Маринка. Правда, мы сейчас это все закроем. Но ничего. Лёль, а ты шкурила до того, до нанесения лака или после? Я два раза затирала и пошкурила между. До нанесения лака. И до нанесения обязательно. У нас просто здесь вот вопрос, я говорю, что я и так делаю. Поэтому тебя решила спросить. Я пошкурила до того. Так что вот Марилка, она у нас подняла, а Лёля без дела сидит. Лёля вот, не без дела не сидит. Вообще такого не бывает. Лен, такого не бывает, но спасибо за помощь, конечно. Итак, после нанесения морилки у нас поднялись волокна. Они дыбом прям, знаете, вот так вот сделались. И поэтому мы их ошкуриваем не сильно, не перегибаем, не пережимаем, чтобы до дерева не дойти. Лакируем, можно опять зашкурить, можно опять залакировать. В общем, вы смотрите, как вам будет удобно, я так делаю. От мужа, милый. Это Мила Зверева сама себе там какой-то комментарий дает. Все, мы поняли, да. Это муж там, наверное, что-то прокомментировал. У меня тоже такой шок был, когда я так смотрю, Мила пишет что-то в чате. У меня муж таким образом меня поддерживает. У него нет своей странички ВКонтакте, поэтому он заходит... Вот так вот от моего имени пишет. И это почти каждый вебинар. И хвалит меня. Получается, что я как будто сама себе пишу. Так, Марилку красное дерево можно сделать светлее? И как? Добавить белый цвет. Разбавить. Воды добавить. Водой разбавить. Да. Так вот, с ошкуриванием понятно. Мы ее пошкуривали. Пошкурили. Так, я что делаю? Лакирую нашу поверхность. Лакирую клеем. Наношу клей. Получается, то есть очень важный момент, что все-таки водную морилку нельзя наносить клей без лака. Да, да. Иначе у нас что получится? У нас получится водная морилка впитается в бумагу. Да. То есть, и у нас проступит вот этот вот зеленый цвет на бумаге. То есть все, что было белым, вот это вот, станет зеленым. Это очень важно. Да, обратите, пожалуйста, внимание на это. Да. Ошибка очень многих девчонок. Они начинают работать с морилкой, просто берут, клеят на морилку, и потом говорят, все испортилось, она вся проступила, проявилась. Конечно. Она животная, она проникающая. Поэтому только лакируя. Вот это у нас все залакировано. То есть все гладенько, залакировано, зашлифовано. Вы можете посмотреть, что на цвете сейчас. Угу. Елена Зеленина написала. Дублирую. Мила Зверева пишет. Добрый вечер, моя любимая девочка. Добрый вечер, серебряный лебедь. Девочки, так держать, молодцы. Да, это, конечно, такой шок, Фома. Мила Зверева пишет. Сама себе. Раздвоение личности. Причем руки-то вообще-то в камере, когда успела. Да. То ли запись, то ли что там происходит. То ли взломали ящик почтовый. Так, девчонки, мальчишки, понятно, да, что сделала? Распечатку намочили мы. Угу. Так, она у нас немножечко потянулась.
чуть-чуть разошлась. Разошлась. В чем вообще кайф распечаток? Обожаю с этим работать. С ними работать, вы их двигаете куда угодно, как угодно, как вам надо. А почему я вообще клеила и саму заготовку, да, и распечатку? Для надежности. Просто для надежности, потому что... И вообще, мочим ее зачем, да? Потому что часто бывает, что вот какой-то там участок, допустим, не проклеился, и все, потом отходит распечатка, и, в общем-то, отпадает. Что я сейчас делаю? Я выгоняю клей из-под распечатки, излишки клея. Посмотрите, он... Да, аккуратненько. Да. Видно, да? Да. Он прям течет. Сейчас я все это уберу. Я защищаю обязательно файлом для того, чтобы не снести нашу распечатку. Угу. Так, вот пошли вопросы у девчонок. Да, давайте. Только от морилки проступает цвет на распечатку? Вот только от морилки цвет? Ну да, только от морилки, она проникающая. В смысле, без лака, если наносить. Да, да, да. То есть на краску так проникать не будет, если акриловая краска. Так, еще у нас тут вопрос был. Вот смотри, Стелла спрашивает. А как клеить на морилку? Она же темная, фон темнее, рисунок будет виден. Хотя бы поэтому фон темнее, рисунок будет виден. Стелла, у нас же... У нас распечатка, Стелла. У нас не салфетка, да? Да, что такое распечатка? Распечатка, да, мы печатаем на лазерном, специально идем в фотоцентр и печатаем на лазерном цветном принтере, на обычной офисной бумаге, 80 грамм нашей распечатки. Она достаточно плотная, посмотрите, сквозь нее не проступает темный фон. Это если я подеру и проявлю ее, вот как на том подсвечнике, втором, да, сквозь нее будет виден. Вот здесь где-то? Да, потому что вот здесь, вот видите, я вот это вот все шкурила, углы, вот здесь проступает через распечатку морилка и даже дерево. То есть это вот это распечатка? Я думала, нет, распечатка была полностью. Да, вот край. Я смотрю, это, а вот это низ, это фон. Это я думала, это все картинка целиком. Нет, в том-то и дело, что я здесь отрывалась, я вот это все шкурила, я ее прям сдирала. Шкуркой. Сегодня я тоже хотела такое натворить. Ну, здорово. Ты знаешь, я думала, что это фон такой. Нет. Думала, ты фон, а потом ты подогнала этот цвет. Нет, в том-то и дело, здорово. Что я шкурила. То есть, видите, вот это видно, вот это окраю, вот такую вот. То есть, самое главное, что бумага белая. Понимаете? И если на цветной, может, не так было бы видно, то здесь точно была бы видна серая морилка. Но здесь не видно. Вот посмотрите, где белесая. Да? Только там, где я подрала. Угу. Хорошо. Так, Татьяна говорит, скажите, пожалуйста, я только учусь, если все заклеивается распечаткой, тогда зачем покрывать морилкой? Да, да. Очень именно логичный вопрос, Татьяна, даже не у тех, кто только учится. Вообще, казалось бы, зачем это делать? Ну, на самом деле, можно не покрывать морилкой там, где мы клеим картинку. Ну, вообще, вот. Потому что я вам объяснила сейчас, вот в данном конкретном случае, вот то, что Наташа сейчас показывала, я там проявляла, да, вот это же все ошкурено. Смотрите, видите, здесь была полностью распечатка. И я здесь шкурила, и мне хотелось проявить сквозь распечатку саму морилочку, то есть показать вот эту краску, показать дерево у меня здесь вот, еще просто воском. Вот здесь я ничего не шкурила, оно у меня здесь так и есть. Вот для этого мы и покрываем, чтобы проявить при помощи ошкуривания цвет. Здесь мы тоже ошкурим с вами края, и вы поймете, зачем это надо было. Поэтому спасибо за вопрос, вопрос очень логичный. Отлично, Леночка наша пишет. Прекрасная идея на шкатулке со снеговиками, прошкурить распечатку до восхитительной поверхности тонированного дерева. Леночка, я с тобой согласна. Плюс ко всему прочему, это очень хорошо помогает в лакировочке, если ты... Татьяна ответила, спасибо огромное, я поняла. Да, я очень рада, что вы все поняли. Так, сейчас, смотрите, вот не все же нам клеить в край, да? Хочется ведь узнать, например, вот чего-то нового. Хочется вот такой мотив. Я специально его сделала. Круглый. Вот, но если мы его наклеим, вот как здесь,
я очень хорошо, поверьте мне, сошкурила до той степени, что даже не было, ну, практически вот этого бордюра, распечатка на поверхности. Я защитила ее лаком хорошенько и сошкурила. Но, тем не менее, она как-то смотрелась одиноко, и все равно этот край он видит. Я взяла, обыграла вот этими нашими сегодня героями вечера, перлен-пен, нашими карандашами, и сейчас мы, в общем-то, это тоже сегодня будем делать. А, кстати, вот, допустим, вот, ну, изъян, можно посчитать это изъяном, да, вот как его закрыть? Мы возьмем вот такой вот вырезанный мотив и сюда добавим, сюда приклеим, вернее. Отлично. Августина спрашивает, а сверху распечатку клеем не надо мазать? Я ее снизу промазала клеем. Сверху надобности нет, это не салфетка, она же достаточно плотная. Угу. Вот я так сейчас примерно прикину, сколько... Да, какой... хорошо, что мы залакировали, потому что клеем промазываем, чтобы не получилось разности цвета. Вот, Лёля как раз не слышала, что мы об этом говорили. Угу. Наташа, да, обратила на это внимание, потому что поплыло бы сейчас у нас все. А, Ольга спрашивает, у нас получится, как говорит Лёля, миграция, если я не ошибаюсь термина. Спасибо, Леночка помогает тоже. Да, действительно, получится миграция. Да, именно так. Поэтому обязательно защитите, чтобы не испортить работу. Обязательно защищаем лаком. Так. Да, обратите внимание, как мило поднимает мотив. Это большая и частая ошибка, когда начинают мотив пальчиком соскребать, и, в общем-то, получаются заломы на распечатке потом. С краешку распечатки получается залом. Да, если у вас есть вот такой мастифинчик, пользуйтесь им обязательно, потому что он очень, ну, он предотвращает от... Привет, Жень, привет! Вижу тебя, очень рада, что ты с нами, поддерживаешь. Так, Анетта пишет нам. Анетта! Ура! Стих. Так, давай. Ноябрь рисует на стекле кружки и стрелы. Ну а у Милы на столе свеча горела. На улице черно и мгла, и вечер снежный. А в студии тепло и свет, и голос нежный. Как приятно, Анетта, умничка. Спасибо огромное, вы всегда нам поднимаете настроение. Колоссальная поддержка от вас. Спасибо вам огромное. Ой, спасибо, Анетта, благодарю вас, потому что мы теперь уже, знаете, открою вам секрет, мы, наверное, стали уже немножко зависимыми от ваших стихов, мы прямо ждем каждый вебинар. На самом деле мы будем их собирать, уже это делаем, коллекционируем, вот, и прям для каждого мастера, и настолько вы, у вас так все-таки слог ложится, ну здорово, прям здорово. Так, сейчас мы, пока все понятно, я так понимаю, да, что я делаю, как мы клеим распечатки, как мы работаем с клеем. Клей может быть абсолютно любой, может быть вот арт-поч, клей может быть ПВА. Вот, кстати, хочу вам показать, видите, внутри как поступила морилка, извне, вовнутрь видно, да? Да, какая да, она попросилась. Все-таки, ну, так, такая везде... Вездесущая, везде проникновенная. А еще осторожность. Хочется надо, да? Еще момент, да, будьте все-таки осторожны, хотя я ее обожаю. Еще момент хочу сказать по поводу клея самой заготовки. То есть как, фанера, да, ее же приклеивают обычно, и вот если у нас есть клей, потеки, вот эти вот места, стыки, морилка туда не проникает. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Давай воду снимем. Я убираю излишки воды, чтобы у нас не было лужи никакой. Промазываю клеем. Вот. И клею еще одну часть, одну сторону. Потом мы отправляем сушиться нашу работу, лакируем ее обязательно, защищаем лаком и переходим к дальнейшему декорированию нашей работы, тоже к очень-очень интересному этапу. Видите, как мы стараемся
Вот очень важно сейчас на картинку нам не на... Да, не забывайте, что у нас вот эта картинка, она еще не просохла. Сейчас я вот так вот, видите, двигаю. Как удобно. Хотя я обрезала распечатку, в принципе, в... Край. В край, да, но она сейчас от воды потянулась. Вот. И очень важно, чтобы файлик был не мокрый, потому что иначе картинка может как бы размочиться, стереться. То есть очень важно, чтобы файл был... Я держу, видите, как бы на весу немного. От центра выгоняю излишки клея. Вот сейчас я вам покажу, они прям видны. Очень многие девчонки задают вопрос в чате, вот расслаивание, по поводу расслаивания. Мы не устаем повторять, какой смысл в расслаивании, если у нас она, ну, вот как бы в край распечатана, да? Да. А там, где вот кружочек Мила наклеила, вот она сейчас нам расскажет, почему она там не расслаивала. Вообще, я уже рассказала, она даже выходила, да. А мы будем его обыгрывать, потому что все-таки не всегда... Не у всех есть фотошоп, не у всех есть возможность, ну, не всегда бывает распечатка, знаете, в край, да, вот соответствующая по размеру. А, допустим, вот такой вот кружочек, вот сейчас мы, после того, как все подсохнет у нас, и мы залакируем, мы сейчас обязательно посмотрим, каким образом мы можем это все избежать. Пока влажное, я уберу излишки. Елена нам говорит, конечно, это парафин, если они куплены в Икее. Спасибо вам, Елена, потому что на них не написано, из чего они. Спасибо, то есть они парафиновые. А мы думали, это круто, парафиновые, это только дорогие свечи, оказывается, дешевые свечи, видишь, из парафина. О, так, ну зато, вот спасибо за обратную связь, теперь и мы будем знать. А то, получается, не знали. Так, пока влажное, видите, я убираю сейчас. Не боясь, я это делаю постоянно. Вот те, кто следит за нашими вебинарами, уже знают, что я шкурю на мокрую, пока распечатка все еще мокрая. Мне так намного удобней. Какие-то, ну, вот обрывки, излишки я потом уберу уже, ну, губкой после того, как просохнет. Ты знаешь, очень интересный цвет этот зеленый, он как-то освежает эту работу. Скажи, да? Скажи. Да, а так она... бы за мокой или там орехом покрасили. Ну, она такая мрачновато, да. Зато она необычная, да, у нас. Да. Еще будет внутри зеленая. Она чувствуется, что она такая вот свеженькая такая. Ее надо чуть-чуть подсушить, да? Да. Теперь сушим. Итак, у нас сейчас, ребят, девчата, образовалась пауза как раз, ну, для сушки. Для сушки. Я воспользуюсь этим для того, чтобы вам, ну вот прям с радостью вам предоставить такое свое открытие, можно сказать, свою разработку. Это работа. У нас называется радужное окисление, имитация окисления металла. Вы знаете, когда я только пришла в декупаж, я когда видела работы по имитации металла, у меня, кроме восхищения и страха, вот именно вот этих двух чувств, у меня не было внутри ничего. То есть я думала, боже, как красиво, нереально человек мог сам сделать то, что годами, веками делает природа, да, этот творец. Как это сделать? Но вот именно вот этот вопрос, как, он меня вот просто, знаете, мне просто было страшно, реально страшно. Я думала, что, ну, наверное, я не смогу, наверное, мне надо вырасти до гуру, и, наверное, это вообще не скоро. В общем, какая-то стена внутренняя была. Но я все равно жила с этой мыслью, мне все равно хотелось узнать, как, потому что, как оказывается, ничего невозможного нет и не существует. Если у вас есть намерение, если у вас есть желание, если у вас есть цель. И я все-таки, знаете, таким толчком был, мы с мужем смотрели фильм «Исторический один», и... Там на дне моря, на дне океана нашли корабль затонувший. Вы знаете, вот как бывает в этих вот фильмах исторических, в этих сказках.
он был невероятно красивый. Там просто, там был сундук, из которого выпадали вот эти монеты. Они были окислены, вот это вот налет, вот такой вот зеленоватый на них. Еще, знаете, вот лучи света проникали. И ты смотришь, у меня мурашки шли. Я думала, оно, я хочу, я готова, я буду это делать. Ура, я созрела. И я вот прям проснулась этой мыслью, и все, решила сделать работу. И больше всего, что мне вообще захотелось сделать, это поделиться с вами, донести до вас, что это не страшно, что это возможно, что это доступно. А самое главное, вот посмотрите, вот эта работа, да, вот этот ларец у нас, здесь на нем показаны 4 техники. Сейчас вот вид у него, в общем-то, ну, так сложно отличить, потому что здесь игра цветов идет, и камера за счет бликов это плохо видно. Но он у нас, вот этот вот ларец, на нем показано на всех сторонах 4 способа окисления, имитации окисления металлов, меди, бронзы. Вы знаете, я вообще, когда начала искать вот картинки, да, вот смотреть в интернете, что вот какие бывают натурально, именно в природе, у меня просто мурашки шли. Вот природа – это самый, наверное, знаете, такой главный художник, которому мы стараемся как-то подражать, мы все-таки стараемся это делать, но все-таки он, природа уникальна, какая цветовая гамма существует в природе. Мы, конечно, вот старались все это перенести на эту работу. Знаете, вот почему еще? Просто рано или поздно, вот как по моему опыту, так вот я просто сталкивалась, мы говорим там, с ребятами, с мастерами, с учениками, все равно рано или поздно, вот каждый, кто занимается декупажем, он либо носит в себе вот это вот желание, либо он все-таки уже приходит именно вот к имитации, к тому, чтобы взять и сделать. И понимаете, вот то, что мы делаем в этом мастер-классе, мы убираем границы, вот эти внутренние страх. Да, вот я боялась к этому прикоснуться, я боялась, я думала, у меня не получится. Мы убираем эти границы, уходит страх. Те, кто уже занимается декупажем, те, кто, вернее, уже делает окисление, может узнать новое для себя, да, вот из этого мастер-класса, из этой обучающей программы, почерпнуть что-то новое. Ведь не обязательно делать, ну, вот здесь работа, вот эта работа данная, она сделана в одной технике. Здесь используется распечатка, и уже, соответственно, из нее мы берем цвета и ими вот тут вот играем, да. А сам ларец металлический? А сам ларец – это дуб. Да, дуб у нас, дуб, такие дубовый, заготовки, да, нам принесли. Дубовый ларец. Это дуб, обычное, да, дерево, просто обычное. Скажи, пожалуйста, где можно использовать? Вот, я вот сейчас вот как раз, да, Наташа, спасибо. И ты говоришь, вот окисление, у меня сразу какая-то химия, какие-то составы. Это так или все-таки здесь какой-то другой способ? То есть не нужно специально быть химиком, скажем так, чтобы делать такие какие-то суперокисления. Все безопасно, никто не пострадал во время съемки. Здесь краски. Мы работаем с акриловыми красками. Мы просто вам показываем техники, способ, как именно это делать, как их применять, последовательность. Потом не обязательно делать ларец, да, не у каждого, не каждому нравится, да, вот и нужен, допустим, вот такой вот, хотя он массивный, он мощный, он красивый, но не обязательно делать ларец. Именно в данной работе мы вас знакомим с методами, с техниками, которые вы можете применить на ваших текущих работах, на прошлых даже, кстати, которые, знаете, вот чего-то не хватает, или вот хочется к ней вернуться, или на ваших будущих. В чем именно? Вы можете использовать, имитировать фурнитуру. Это очень важный момент, потому что фурнитура есть, доступна не каждому, не в каждом городе можно ее купить. Она идет долго, она, ну, не такое разнообразие есть. Она стоит недешево. Можно имитировать фурнитуру, можно углы,
знаете, вот когда хочется вот металлический, работа вся, допустим, там распечатка, да, и хочется металлические углы сделать вот какие-то, да, вот под металл сымитировать. То есть обрамление вы можете сделать все распечатки, трафарет, а вот сделать только вот этот вот край, например, да? Да. Вот сделать ее металлической. Только вот так вот можно. Потом вы можете сделать накладки. Как украсить работу? Работа, допустим, простая, обычно. Сделайте металлическую накладку, и у вас вообще поменяется совершенно работа. Чеканка, способ, ну, имитация чеканки. Трафарет, бортики, то есть, вы понимаете, это вы можете использовать на элементах работы. То не на всей работе, да? Да, в целом, а именно на элементах вы можете. А потом в данном мастер-классе мы много работаем с трафаретами, именно вот из текстурной пасты. Мы показываем, как надо, потому что здесь очень важно, именно, знаете, как глубокий трафарет, вот как и здесь, для того, чтобы было видно вот это вот углубление, вот это все проникновение, чтобы это все можно было... Вот здесь как бы цветовое пересекание. Да, вот это вот радужное. Радужное, да. То есть здесь получается прям как бы вот разные оттенки, скажем так, радуги, но камера не так сильно передает, но вот на баннере у нас фотография, вы посмотрите, фотографировали специально на улице при свете дня, то есть это просто потрясающие переливы, вот насколько здесь можно сейчас пересмотреть в камере, вот, просто, знаете, то ли это поржавевшее, то ли это дорогой металл, который как-то вот таким образом как бы перетек в окисление, то есть здорово. То есть, понимаете, если, ведь вы оглянитесь вокруг нас, да, вот мы живем в 21 веке, у нас что, металл, стекло, дерево, пластик, все. И вот с этим всем, а мы научились это имитировать, мы научились с этим работать. То есть, если вы уже умеете, вы просто расширяете свои знания. Если вы еще не умеете и не прикасались, вы просто убираете вот этот вот страх. То есть, расширяются границы, убираются барьеры, и... Все-таки обогащение работы. Это очень-очень важно и очень интересно. И знаете, вот каждый, кто смотрит, кто видит эти работы, он спрашивает, как вообще это сделать? Просто мы вам отвечаем. Материалов не очень много, их как-то даже минимум. Просто вы выбираете свой понравившийся способ и его применяете на работе. Так, теперь перейдем. Может, уже сейчас я гляну. У нас пока, посмотрю, крышечка у нас какой-то. Можно с ней что-то сделать? Да, мы сейчас поработаем с крышечкой. И мы возьмем уже знакомый нам вот этот вот Perlian Pen наш. Где он делся? Вот они наши, все контуры. Я вам сегодня, помните, обещала... Так, очень, может быть, у вас есть какие-то вопросы, потому что я говорила, сейчас чат мы не читали, золотой краской создали рельеф и рельеф на заготовке, прокрашена морилка палисандр, красиво смотрится, мимо вы правы, сначала желательно пролакировать и после золочения, да, не на так, пробовала экспериментировать, наносила краску на нелакированную поверхность, лак наносила после краски, тоже неплохо, да, все верно. Итак, я вам сегодня, помните, обещала необычные применения наших контуров жемчужных. Выберем мы цвет. У меня унесли картинку. Я теперь не... Бронзовый. По-моему, там есть вот имена, что-то такое, елочка, дерево. Мы же как? Мы обычно ими пользуемся для того, чтобы имитировать именно жемчужины, да? Вот как делала я на свечке. Точечную такую, да? Но я решила сегодня его применять не только в таком виде. Что, забился, да? Сейчас. Да. Если есть иголочка. Нет, сейчас нет? Все пойдет, мне кажется. Нужна иголочка. Они вот в чем, их вот такой, знаете, какой-то небольшой минус, они подсыхают иногда, но ничего страшного. Иголочкой. Вряд ли, конечно. У нас иголочка. По-моему, получается. Все, пошло. Отлично, смотрите, чем мы. Елочная это. Хорошо, что у нас елка. Елочка рядом. Нет. Чего же я так мало выделила?
Итак, мы сегодня, видите, будем, почему я именно его беру, да, почему я не беру краски. Он невероятно блестит, очень сильно. И плюс, в чем еще его фишка? Он создает эффект напыления. Знаете, не просто вот как-то ложится, ну, там... Как краска, да? Да, укрывистая. А именно эффект напыления. Смотрите, что я сейчас делаю. Так, я беру губочку, вот такую обычную, спонжик косметический, беру трафаретик. Вот я выбрала такой положи со звездочками. Его, а, вот трафарет, смотрите, да, видите? Я сейчас буду, кстати, обронзана... Ну, давайте попробуем. Не видно будет, да. Сейчас, сейчас мы глянем. Бронзовый на темном не видно, да. Может, возьмем другой цвет? Давай светлый. Да. Вот я набрала, видите, на спонжик сбила немножко, но вот я, да, только сейчас поняла. Нет, что... не видно будет, давай светлый. Сейчас, да, не будет. Давай светлый брать. Как раз, нет, ничего не видно. Ничего не видно, поэтому мы сейчас берем светлый, правда, что темное на темном. Mm-hmm. Как эти штуки называются, Евгений, спрашиваю? Вот эти карандаши Перлен Пен, жемчужный карандаш, он переводится. Женя, он делает вот такие, или же контур, он белый. Он делает, он, они разноцветные бывают, и делают, создают эффект таких полужемчужин на работе. Очень здоровский эффект, потому что они невероятно переливаются, они очень блестят, очень. Ну, а, Наташа, а золото? Давай беленькую возьмем, пусть будет свеженькая. Вот такая, это, знаешь, да? Вот, давайте будем такой, прям вот снег делать, давайте. Угу. Сейчас, ну, действительно, потому что должен быть контраст. Набираю, оббиваю. Тем более ты видишь, как растушевываешь практически, да? Ну, я просто, знаю, да. Я так делаю, чтобы налет был такой. Mm-hmm. Легенький. Так. Угу. Так, сейчас снимем. Ну-ка. Не очень. Не видно. Так, сейчас, подождите. Не видно, да. А вы знаете, вот я как-то вроде об этом... На той работе было все прекрасно видно. Давайте возьмем... Серебряный. Ну, мы сейчас экспериментируем. Нас берем... Эксперимент в прямом эфире, ребят. Да, берем серебряный. Хорошо, дубль-3. Серебряный. Серебро. Они дорогие. Так, Жень. Да, порядок 300-500. Вы знаете, они не дешевые. Вот это их минус все-таки. Но, во-первых, они так достаточно экономичные. Их не часто используем в своих работах. Вот. И вот, смотрите, у нас здесь даже... Слушай, убрать этот млечный путь, Наташа? Убрать, да? Да. На цвет сейчас видно хорошо. Сейчас я уберу здесь. Здорово, да. То есть переливается, прям горит. Они очень, в них очень много блеска, Жень, в том-то их и прелесть, да, такая, потому что акриловая краска, вот оно, вот поймали, вот. Они реально так блестят. Они просто вот горят просто. Да. Угу. 50 рублей, но это не совсем контуры, это другой все-таки фирмы, это все-таки жемчужины, именно вот перевод, да, жемчужный карандаш. Вы когда на работе, вот как я на свечах делала, там прям вот жемчуг, полужемчуг получается. Работу покажи. Ну, где не на делала? Этой, а где ты, на свече. Да? Ну, вот здесь они, видите, насколько ярко. Фон немножко другой, они ярче смотрятся, конечно. Сейчас я вам еще покажу, естественно, другой вариант. Ну, а по-хорошему можно этим контуром и расписать, сделать объемный. То есть, если здесь они получаются гладкие под лакировку. Такой, это еще один секретик. Да? Да. Ладно, потому что если... Тот, кто был внимательным, вы заметили, что мы одну сторону оставили пустую. Я выходила, я была невнимательна. Да, потому что, понимаете, хочется ведь... Вот в том-то и дело, что выходить за рамки, хочется чего-то еще нового, еще. Так, и в общем-то, таким образом... Сейчас, ну, это по шкуре потом, да? Таким образом можно пройтись...
по всем вот этим вот кружочкам и сделать вот такую вот корсету. Видите, как они? 255 рублей. Лен, спасибо. Да, они вот где-то так и стоят. Ну, кстати, я вот... У нас есть такой Юнис-магазин. Я как-то зашла, и там была распродажа прям их. Они стоили чуть ли не 100 рублей. Вот, поэтому, в общем-то, ну, и такое бывает в жизни. Так, а, ну что, еще декорирование? Да, еще, потому что у меня еще подсвечник есть. Да? Ну, давай, если подсвечники, давай, пока картинка сохнет, просто там надо, чтобы она прихватилась, и потом только под фен. Давайте, да. Мороза, Лен, ну... Мороза боятся? А, в смысле, вот это эти... вопрос... Мороза боятся? У нас же, знаете, как все равно мы храним дома наши работы, поэтому... На морозе, в общем-то, у меня не нет. Нет, это я так поняла, Елена спрашивает, если заказывать, видимо, но вот сейчас, допустим, заказать, и они будут идти, да, мороза боятся. Они портятся, состав их портится. Если вы закажете, и вам будут пересылать, и на улице будет минус, то у вас испортится. Я так купила контур и думаю, что почему качество другое, не пойму, что не так. И потом, проанализировав, поняла, что январь месяц, мороз. И это новая поставка. Вот. Я вам хочу сказать еще, кстати, что есть специальная зимняя, ну, я, может быть, сейчас терминологию как не точно скажу, есть специальная зимняя доставка. То есть я просто сталкивалась с этим. Производители, вот там, где вы заказываете, они упаковывают материалы во что-то теплое, уплотненное, и тогда можно, в общем-то, безбоязненно... не переживать за то, что все испортится. Надежда, спасибо вам большое. Клёле трафаретик вчерашний еще не выставили. Она обещала выставить, Надежда обещала выставить трафаретик. Пожалуйста, вчера был Лёленка, не было письма. Лен, не знаю, посмотрите. Вот Лёля как раз зашла. Лёля, где трафарет? С вами смотрите. Да, какой трафарет? Просит тебя за вчерашний трафарет. Я не успела, иду, иду, вот, и через 5 минут будет на моей стене в личке. Все слышали? Да, ВКонтакте. Сегодня работаю дублером, Лена пишет. Мы не заметили очередной шедевр от Анетты. Анетта Незванова снова нам прислала, какой-то стишок. Давайте читать. Ноябрь рисует на стекле кусочек... Подождите, я это читала. Леночка, я это читала. Лен, ну спасибо большое. Да, спасибо. Так, Елена, для пересылки, вы что имеете в виду? Для пересылки, вот то, о чем мы, наверное, говорили, о том, что Анетту принять в клуб. Евген, да, классная идея. Женя, да. Да, Жень, принимаем клуб. Анетта, напишите мне в личку, я вас добавлю в клуб. Вот как Лёля удачно зашла вообще сегодня. Серьезно? Вы сегодня раздаете. Для Анетты, для Анетты с ее стихами сегодня идет бонус за ее великолепную поддержку нас на вебинарах. Анетта, мы вас ждем в клубе. Очень позитивный и замечательный человек. Нам такие люди нужны, поэтому ждем вас в клубе. Все взяли на заметку, ребят. Пока сохнет, в общем, я вам сегодня у нас сегодня вечер идей, пока сохнет, сохнет наша распечатка, это очень важно, чтобы она все-таки просохла, а до конца сейчас, как еще можно украсить обычный стеклянный подсвечник, в который вставляется вот такая вот свечечка. А способ такой, берем клей. Мокрый. Да, есть еще. А, он тоже мог. Ну, я думаю, сейчас будет страшно. Ну, клей. Давай вот сейчас я посмотрю. Так, нет, в принципе, его промок есть, да? Берем вот такой спонж, макаем в клей. Я вот сюда добавила на тарелочку клей. Чуть-чуть тоже сбиваем. Так, кстати, я не приготовила самое главное. У меня, как всегда, есть такая, знаете, как копилочка, где много всего интересного. Сундучок. Есть у меня вот такие вот глиттеры. Это мелкий-мелкий блеск, переливающийся. У нас когда-то был вебинар по мылу, и мы там его использовали. Очень здоровски тоже можно украшать. Он абсолютно безопасный. Есть вот такой вот...
Ну, это такой присыпающий блин, да, на ногти, на... Он покрупнее, да, я забываю. Блёстки. Вот такие блёстки, да, они покрупнее. Вот их-то мы сегодня и будем использовать. Так, сейчас возьму это и это. Итак, я сюда... Кстати, золото у меня было, возьмем серебро. Я сюда на тарелочку добавила клей, беру спонжиком, вот так вот сбиваю и прокрашиваю участочек. Я делаю небольшие участки, потому что клей быстро сохнет. Я прям обращаю на это внимание. Вот, видите, небольшое сделала. Беру блеск, набираю. И вот так вот стряхиваю. Видно, да, всем хорошо? Видно? Конечно. Ой, какой красивый. Ух ты. И вот так вот беру и стряхиваю на этот клей наш блеск. Красиво. Так, идем дальше. Давайте я вот здесь. Ребят, девчата, все в порядке со связью? Отзовитесь, пожалуйста. Все ли понятно? Что-то давно вас слышно не было, аж прям запереживали. Итак, промазываем клеем соседний участочек. Скажи, пожалуйста, а почему на клей? Ну, скажем так, а если на лак? Вот как клей со стеклом, это же стеклянный, да, подсвечник. То есть будет ли это держаться вот на клею? Ой, кстати, я забыла, Наташ, прости, спасибо, да, за обратную связь. Я забыла его это, продезинфицировать, так сказать, спиртом. Ну, в общем-то, вроде все в порядке происходит. Все держится, Наташ, все реально держится. Вот посмотрите, я при вас, видите, набрызгала, и теперь могу вот даже вот так вот перевернуть, потрясти, все держится. Единственный момент. Клей ПВА, да. Правда, у меня вот в этой баночке, честно вам признаюсь, у меня строительный клей ПВА, потому что, честно вам скажу, Наташа сказала отлично, я вам скажу, потому что в нашей студии Наташа любит его, у нас такое разделение, Лёля нет. Я вот пользовалась прям вот много лет вот таким арт-поч, но, ребят, 500 рублей, 450, 500 рублей, вот такая вот баночка, сколько здесь, 150 миллилитров. Я купила литр, я вам клянусь, за 100 рублей. Строительный, вот такой большой ПВА. Я отлила, и теперь вот... Все-таки есть плюсы. Да, Наташа, она меня привела. Да. Ребят, сейчас обращаю, девчат, обращаю ваше внимание на то, как зафиксировать, потому что... Это еще не зафиксировано? Нет, потому что если мы сейчас его отнесем под воду, мы все это смоем. И если я вот так проведу пальцем, я это тоже смою. Конечно, сейчас клей подсохнет, блестки сцепятся, все будет хорошо. Но если его поставить дома и не трогать, все будет нормально. Но вот этот подсвечник, например, я его таскала туда-сюда, из дома в студию, в общем, по сумкам. Видите, да, как он блестит? Я эти блестки, вот сейчас вот прям обращаю ваше внимание, я эти блестки фиксировала лаком, спреем. Есть такой лак, продается в строительных магазинах. Я просто поставила вот так вот аккуратно, держала и спреем зафиксировала. То есть я вот так вот сейчас, он деревянный, видите, я прям вот с усилием сейчас, тру, и он такой вот прям деревянный. Ну вообще да, да он, потом... ты знаешь... Он такой прям не деревянный, а стеклянный. Стеклянный, вот. Но зато спокойно у нас может стоять вот такой вот подсвечник. Куда-то делась зажигалка. И он может, знаете, он когда горит в темноте, вот он прям переливается, вот этот вот блеск. Очень-очень здоровский. Да, лаком спреем сбрызгнуть. Все правильно, Ольга. Просто дело в том, что он не у всех есть. То есть Наташа можно мне не верит. Вот она трёт мой подсвечник. Можно мыть? Я просто проверяю. Наташа, не знаю, я не мыла. Я не верю. Я могу дать тебе помыть, но это будет под твою ответственность. Так, не трогай подсвечники. А вот этот, конечно, если я его... Ну, он такой здоровский. Я как зритель, я хочу пальцем потрогать. Дайте потрогать. Показывать показывают, а на ощупь как это все.
Да, жалко, что у нас еще пока такое не создано еще такое телевидение, где каждый может просунуть палец и потрогать. Это, знаете, как в кулинарных передачах, запаха не слышно. Так у нас 3D. Ну ничего, знаете, когда-нибудь вы приедете все к нам на мастер-классы живые, и тогда уже можно будет всей компанией. Кстати, ребят, я вам хочу сказать, вы это можете применять не только на подсвечниках, да, вот данный метод, а на своей работе. Просто вот так вот аккуратненько посыпать. Это вот сейчас же Новый год идет, сейчас столько идей. Потому что вот когда вот так вот сыпешь блеск, он очень равномерно распределяется. Единственный момент, то клей быстро подсыхает, поэтому небольшие такие участки. Очень красиво. Я не знаю, как передается ли вот этот камень. Да, вот хочу, чтобы ты покрутила такой красивый этот блеск. Он, знаете, как радужно блестит. Он не серебряный. Да. Вот как это передать? Вот, О, кайф. Посмотрите, какой он обалденный. Он как будто вот прям огнями горит, как елочка. То есть настолько классный сам вот этот, он не серебристый. Я прям смотрю на него, знаете, как на дорогой камень какой-нибудь, такой бриллиант. Да-да-да, так и есть. И вы представьте, да, когда здесь будет гореть свеча, вы же можете сделать вот таких много подсвечничков разных. И это самое, что вот самое приятное, просто вот сейчас начали запросы приходить, вот мы там в студии бываем, девчонки приходят, говорят, слушай, а что можно сделать такое? Ну вот как бы знаешь, как, ну, людям как-то внимание оказать, сейчас Новый год будет, надо как-то их... как-то внимание оказать, но в то же время, чтобы это не было затратно, я не могу потратить 1000 рублей, чтобы как бы там на работе куча знакомых, каждому как-то уделить внимание, да, сотрудников много, да и просто там знакомых много. Ну, что ты мне посоветуешь, говорит. Я говорю, ну у нас есть вот такие вот варианты, где можно, ну как бы быстро именно... Незатратно. Не сильно это затратно. Вот но в то вот, же время, вы понимаете, вы же не это будет не как ни у кого. Да. Да. Это эксклюзивно. То это есть, сделано вашими руками. Это сделано, это чувствуется, что вы для человека делали это. Это очень важно. Татьяна говорит, и свечки не надо, так красиво. О, на шарик для елки такие блески можно. Да. Именно так. У нас все в блесках сейчас. Да, все. У меня дома ты бы видела. Была я и вся семья, все были в блесках. Это минус, конечно. Ну, знаешь как, я их потом сгребла обратно. Но я постелила такую, обычную бумагу А4. И, естественно, на ней было все чисто, и я просто обратно высыпала. Очень красиво. А зачем переводить? Просто, посмотрите, как он просто переливается. И как-то мне вот этот серебристый, мне как-то он дороже круче, чем золотой. Золотой как-то вот он... Ну, я его потрепала, если честно, в переносах. Я ехала в студию, его везла, может быть, еще поэтому. Ну, да, он просто горит. Он реально горит. Так, вау. Я бы не отказалась, если бы мне подарили свечку такую качковую подсвечку. Вот скажите, я бы тоже. Я бы прям вот как бы скакала. Наташа, спасибо. Давай я тебе подарю. Подари мне, пожалуйста, свечу. А вы заметили, да, что мы на каждом вебинаре у нас как это, оброк. Да. Причем кому? Кстати, от Якимовой твоя подставка тебя ждет. Лена, какая это классная подставка. Мы с мужем из-за одной ее дерёмся теперь. Я позвонила Лене, говорю, Лена, срочно вези мне еще парочку точно, потому что это вещь, которая нужна. Еще одна вещь, без которой не возьму. Да, без которой не обойтись. Не, ну она правда настолько удачная. Ты ощутишь. Сегодня ты, когда возьмешь домой, ты начнешь ей пользоваться, ты поймешь, о чем я говорю. Ну, я тебе верю. У меня нет повода тебе не верить. Я тебе абсолютно... Наташа, я доверяю. Видишь, даже на клей пришла. А сколько лет я уламывала их перейти на клей. Если вы видели ее взгляд, она меня, знаете, вот таким с уважением посмотрела. Ты мой человек. Ребят, посмотрите, что у нас сейчас получилось. Я вам еще раз покажу, да, вот этот вот блеск. Мы прошлись полностью. Мы точно так же можем сделать вот эти вот наши края, вот эти вот изгибы. И
Ну, дно, думаю, не обязательно. Вот такая вот у нас еще одна замечательная идея для нашего вебинара. Ой, для... я на автомате сказала, для подарков. Так что вот так вот. Так, готово. Итак, переходим теперь к декорированию нашего деревянного подсвечника. Так. Сейчас, Наташа, там что-то пишет. Шубу Деду Мороза надо блесками обновить. О, это обязательно. Который вот... под елкой. Да, 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 да. А я прошлый год МК подсвечников из фужеров, даже и разбитых. А украсить по МК мило делать. Ага, спасибо. Ну, а вы знаете, я хотела вообще сюда еще привезти банки и... Всевозможные. У меня столько идей, я вам правду говорю, и плавающие свечи. Но просто я подумала, что это будет перебор, столько информации. Может быть, я привяжу как-то к другому вебинару. Итак, вот такая у нас красота получается. Что мы будем делать сейчас? В общем-то, вот, на самом деле все довольно гармонично. Посмотрите, так, хорошо. Все хорошо. Сейчас мы возьмем губки наши, любимые, дорогие. Уже красиво, ты знаешь, вот прям ой. Скажи. У нас упало, конечно, да. Упал лак. Я сейчас немножечко, вот был вопрос по поводу, почему мы вообще под распечатку морили, да? Смысл затраты времени, материала и так далее. Я хочу проявить эту морилочку. И вот возьму, есть вот такие замечательные абразивные губки, вот такие мягкие, они есть номер 100, номер 180, есть вот такие твердые кирпичики, они тоже есть, там 100-180. Очень здоровские, они их шлифуют великолепно просто. Вот я сейчас немножко соточкой попробую, у меня вот такая вот твердая сотка. Хочется мне, знаете, ну, добраться все-таки до углов. Так, она сильно сдирает, я попробую. То есть можно проявить нижний слой морилки, да, который... Да, и более того, даже дерево. Да, вот смотрите, видите, у нас уже так старятся углы. А вы этого не бойтесь, это все обязательно, ну, мы задекорируем, не волнуйтесь, все будет хорошо. Я так сильно сдирать, как на прошлой работе, не буду. Я же лакировали. Да? Да, нет, нет, не лакировали, нет, она бумажка. Нет. Вот видите? Так, ну ладно. А ты полакированно это делаешь, да? Там делала... И да, и нет. Нет, не полакирована, но она так просто хочет слезать. Просто аккуратней, да. Ребят, аккуратней. Обращаю ваше внимание, если вы еще не, как-то, знаете, как рука не набита, как снимать распечатку, какую силу прилагать, тогда лучше залакируйте, потому что, чтобы защитить бумагу. Потому что, видите, она у меня прям слетает. Только чуть ее тронешь. Да, вот, только чуть, видите, так. Вот, вот тут потертости, и этот белый край есть. Но этот белый край, на самом деле, его можно пройтись и битумом, там, и чем угодно потом обыграть, поэтому можно было этого не делать. Абсолютно, как вы захотите. Ну, это, я так понимаю, декупажные привычки. Да? Привычки. Это декупажные привычки, которые надо все шкурить, все краешки обойти, то есть чтобы это все было гладенько, красивенько и состарено обязательно. Ну, да, но мне хотелось зеленое проявить, вот как там серое, да, на той распечатке. Если бы у нас была салфетка, кстати, попробуйте с салфеткой. Салфетка бы, конечно, нам лучше передала бы это, так как она более тонкая. Она бы лучше нам передала вот это. Вот Августина, например, она тебе пишет: «Мила, а сдерите, как на том подсвечнике». Вот она, видимо, имеет в виду Августина, вот про вот этот. Вы знаете, я могу это сделать, просто здесь немножко другой мотив. Он будет. Здесь была просто белая бумага, и я ее вообще делала с ней, что хотела. Честное слово, она у меня прям пластами слетала, я прям оторвалась. Здесь, если я вот ее поздираю, здесь мотив, видите, доски, сверху балки.
А тоже здесь и ковер, и сверху... Ну, знаешь, просто... вот здесь, например, видишь, такая зеленая ободочек, если, ну, стереть зеленое, то будет зеленое на зеленом, не очень, вот, да? Ну, провоцируй. А, нет, наоборот? Наоборот, я имею в виду, ну, вот представь, зеленое на зеленом. Хотя, подожди, ну, оно же будет перекликаться. Ну, давай. Ну, давай. А если вот эта вот бумага, да, остается, в принципе, можно залакировать и потом еще смелее пройтись. Вот, начало проявляться. Мне вот, ты знаешь, у меня какой вопрос возникает. Вот клеем в край, так здорово, а потом берем... Смысл. Смысл. Край наклеили, а потом берем и сдираем этот край, да, доходим вообще, до середины. Логики нет, Наташ, нет, ну тем более женщины докупажные, знаешь, логики нет. Нет, вы этого можете не делать. Я, может быть, тоже бы этого не делала, просто предыдущий подсвечник, он меня, знаете, как, ну, на меня так повлиял. Он стоит и давит своей массой, да, в плане того, что здесь-то подранные края, посмотрите, да, как они здорово подрались в цвет, как бы, нашей картинки, серая картинка, и вот это все, как бы, здорово, хорошо. Ну, и я так думаю, это все-таки требует некоторого времени. То есть, да, посидеть, ребят, да. Я его закончу. Посмотрите, начало проявляться. Здесь я или пройдусь еще коричневой краской, или зеленой. В общем, я обещаю вам это закончить. Я просто сейчас хотела показать о том, что можно не бояться снимать, если что, залакировать и уже по залакированной поверхности. Хочу сейчас вам показать вот этот рисуночек главный. Я вам сейчас сразу вот оговорюсь о том, что здесь... Я его хорошенько лакировала, и вот этой же вот, вот этим вот кирпичиком я прям вот прошлась так, что даже практически границы не ощущается, ну, о том, что вот этот круг просто наклеен, да? Но так как вот здесь вот поверхность не залакирована, если бы она была залакирована, я бы сейчас хорошенько прям вот отшлифовала его, чтобы вот не было вот этого перехода, он есть. Ну да, да, он все-таки есть. Ступенька есть. То есть лакируйте, шлифуйте, лакируйте, шлифуйте, лакируйте, шлифуйте. Но я хочу вам сейчас показать снова и вернуться к нашим вот этим карандашам. Да, вот как обыграть вот этот край. Ну вот у вас такая вот распечатка, но вот не доходит. Да, но она вроде как выбивается. Ну да, карт много контурных, где вот всякие красивые то квадратики, да, то кружочки. Да, да, что делать, да. Есть. Так, вот, сейчас мы общий мотив. Какой? Может, все-таки бронзовый? Какой? Давайте, да, вот у меня прям вот я тоже. Давайте вот бронзовый здесь должен как раз... мы можем рисовать узоры любые, да, не только ставить точечки эти, жемчужинки, а, в общем-то, рисовать все, что угодно. Ну, я все-таки еще поставлю сейчас жемчужинку. Нет, делай как удобно, я сейчас поставлю. Угу. Видно, да? Да, да, да. То есть мы просто этот край скрываем контуром. Это вы можете взять не обязательно вот этот вот жемчужный. Выдавливается. Но ты его не... Ты же не так не выдавливаешь. Вы не обязательно... Ой. Аккуратно. Не обязательно жемчужный. Вы можете взять обычный контур. Просто его фишка в том, что очень цвет красивый, и он очень блестит. И все-таки это тоже вариант скрывания границ распечатки. Представьте, у вас шарик, и на шарике тоже, да, да, кружок, да, наклеен. Как, а как скрыть? Много сейчас новогодних шариков делают все. Вот. А ну что получается? Людмила. Пока не очень. Ага, да, Людмила, да. Мне вопрос, она говорит, одежда и браслет мастера в цвет работы. Это так задумано, Людмила. Скажи, пожалуйста, а ты продумывала цвет одежды и браслет цвета работы? Вы знаете, я раньше когда-то, когда только начинала, ну, там, ну, я уже занималась декупажем, но я все-таки смотрела вебинары с большим удовольствием и уважением к другим мастерам. Я всегда отмечала тот факт, что какое-то вот странное стечение обстоятельств. Работа и цвет одежды мастера, там, макияж, да, они всегда как-то... Перекликались. Я еще это... О, опять говорю, это же надо, как вышло. А теперь я понимаю, ребят, мы же готовимся. Все-таки нам хочется быть красивыми. Нам, ну, честно говоря, браслет, вот если бы вы сейчас не сказали,
Я хотела другой, у меня есть такой прям деревянный, надеть. Но выбрала почему-то этот, вот прям интуитивно. Вот если бы вы сейчас не сказали, я бы об этом не задумалась, я теперь поняла, почему я его выбрала. У меня в сумке есть еще деревянный браслет. Ну, в общем, так получается. Стечение обстоятельств. Я думаю, что ты просто подглядывала на свой браслет и сделала сегодня такую работу. Да, Наташа, да! Я думаю, что это... Да. Я думаю, что браслет был подсказкой. Я искала распечатки под него. И Марилку поехала покупать. То есть вот этот весь арсенал Марилки шутка. Да, Наташа! Понимаете, вот такой вопрос вы задали, теперь все стало явным. Явно. Хотели скрыть, но... А, это у меня уже косо... Ничего страшного. У нас все точки красивые. Обязательно еще раз фиксирую ваше внимание на том, что должно быть залакировано, потому что... Ох, фух, ох какой красивый девчонки, орнамент, ребят, посмотри. Они, кажется, сейчас... Темным? Они сейчас темным, но высохнут бронзовый. Интересно, вот будет видно? Нет, они должны высохнуть. Бронза. У нас вот цвет прям бронза. Смотрите. Сейчас. А что же он так отсвечивает? Не точно, можешь? Вон, внизу написано бронза. Да. Вот он, видите, какой на... Вот, бронза написано. На тюбике, видите, какой бронзовый цвет? Вот он такой и будет, когда высохнет. Сейчас он мокрый, и поэтому он такой, знаете, как мутный какой-то. Очень красивый. Угу. Картинками мы обязательно поделимся, непременно, завтра все будет. Вот, понимаете, оно уже, блин, мне так жалко, что вы не видите, вот как оно все смотрится красиво, ну правда, здоровски блестит. Очень все. Красиво. И смотрите, она уже получается какая-то оформленная в рамку, да, какая-то да. целостная картинка. Да, да, законченность. Да, да. И вот... вот наша крышка. Нам подсказывают, что по крышке тоже можно пройти контуром. Именно. А наши мысли читают. Именно. И вот знаете... А, подождите. Еще, у меня еще другая сторона. Я же вам что обещала? Наташа, возвращай. Что же я вам хотела еще показать? У нас же пустая сторона. Почему никто не напоминает? Ну, как мы можем напоминать? Мы смотрим, что ты тут творишь нам. Вот, а я чуть-чуть не забыла. Так. Наташа уже успела. Берем бронзу, и мы не просто делаем контур там красками или чем, или текстурной пастой. Мы берем наш же, вот этот Перлент Пен, и им же проходимся по всему контуру. По трафарету всему? Да. Я же говорю, сегодня будет... Я вам приготовила очень много интересного. То есть ты имитируешь точечную роспись, обманывая нас трафаретом? Тихо, я не дышу. Вот так декупажницы имитируют всякую всячину. Мы-то думаем, что Мила сидела и расписывала контуром такие красивые орнаменты, а она просто нас... Поэтому в мастер-классах тоже неизвестно, что вообще. Нет, в мастер-классах тоже известно, но мы же это говорим, что мы занимаемся имитацией. Мы все честно признаемся, мы имитируем. А насчет одежды, там кто-то писал, что маки я делала в красном цвете. Так, а в чем я была? Вы знаете, интересно, любопытно, надо будет пересмотреть этот мастер-класс. Или кто уже покупал вживление ключницу маки, помните одежду? Написали в чате, что судя по тому, по скорее всего, ключницу маки делала. Валентина говорит, это называется трафаретная роспись. Вот, спасибо. Вот как это называется. Вы здесь не... Ну, знаете, как толстый слой делать не надо. Чем он отличается вообще от красок? Во-первых, вы толстый слой... Все-таки здесь слой толще, чем слой краски. Если вы... И он не растекается. Если вы положите толстый слой краски, вы знаете, что он затечет под трафарет и будет у нас... Бяка. Этот карандаш позволяет нам все-таки собой управлять. И я прям дыхание затаила, и на одном дыхании. Ну, и конечно, позволяет, в общем-то, видите, делать более такой толстый слой, и он очень
блестит. За счет этого, конечно... Аккуратно только на точечки не поставить нам. Мы же с другой стороны точечки. Фух! У меня сейчас капля пота спадет. Да, здесь, конечно, девчонки, надо делать с просушкой каждой стороны. Ну, то есть, по-хорошему, вот точечки нанесли, поставили, посушили. Потом можно работу вертеть, работать. Ну, так как мы это, видите, делаем все в прямом эфире, приходится как бы жертвовать некоторой просушкой, некоторыми моментами. Да. Дышите, милочка, дышите, Валентина говорит. Спасибо, Валентина, сейчас задышу. А Наталья говорит, скоро будем имитировать декупаж. А что, вы знаете, пройдет 100-200 лет, и, возможно, будущие потомки скажут, было такое, как Лена Васькова, от игрушки в советское время, сколько тут прошло, 50-70 лет. Да, пожалуйста. И она уже, пожалуйста, восстановит. И кто-то через 100 лет скажет, был такой декупаж. Вот, чуть-чуть съехала, капелечку съехала, но у нас поверхность залакирована, поэтому я могу это все снять, ну, я это сделаю все-таки, потому что я хочу, чтобы было все идеально красиво, но вам понятен сам принцип, да? Я взяла обычный вот такой контур и вот этим вот карандашом прошлась, вот как здесь. Здесь было то же самое. А, то же самое, и видите, да? У него есть объем. Да, вот в чем фишка. Если мы берем обычную, допустим, текстурную пасту, ее нужно красить, там, вы знаете, что если саму пасту красить, она теряет, ну, в общем, или сверху красить, или же, а здесь просто вот и не краска, и не текстурная и паста. Объем. И объем, и блеск, да. И вот что-то необычное. Ну, в общем, представьте, что оно все... Все получилось. Да, все получилось, и у нас вот все теперь хорошо. Ну, потому что на весу, видите, боимся, что точечки... То есть принцип вот как здесь, да, он такой объемненький. Ну-ка, сейчас вот покажу. То есть вот он объемный тоже контур, да. Вот. И именно в чем, как бы, получается, мы решаем задачу, это, представьте... самому нарисовать, не представляя, какой рисунок, ну, как бы взять и симметрично, ровно все нарисовать. Ну, то есть невозможно. А под трафарет, пожалуйста, взяли и, собственно, создали контурный красивый рисуночек. Да, так что вот, в общем-то, мы плавно так подошли к концу. Работу я закончу, выложу обязательно на стене в группе. А вы видите, да, что мы сегодня делали. Мы работали с распечатками, мы работали с разноцветными морилками, очень красивыми. Мы работали сегодня со свечами, мы обыгрывали края. Очень много работали с именно Perlin Pen, вот этим вот карандашом, с трафаретами всевозможные, вот делали звезды. Делали вот такой интересный подсвечник серебряный и золотой у нас есть. Потихонечку, да, так. Давай так выставим, вот так вот у нас красиво все. У нас там сзади свечи, кстати, горят. Да, то есть вот это все, вот, пожалуйста, можно, вот это вот вся информация, масса информации. Сегодня, да, все вот эти идеи, я очень надеюсь, что все мы их вам плодотворно донесли, и они обязательно вам пригодятся. Вот прям вот всегда прошу, пожалуйста, присылайте фотографии того, что у вас получается по нашим мастер-классам. Очень важна обратная связь, очень интересно. И мы надеемся, что будет прекрасный подарок. Кстати, вот есть еще такие свечи, они на батарейках. Видите, это здоровские свечи, которые можно брать с собой на берег моря, например, сидеть, да, и, в общем... кайфовать, да. Ребят, на стеклянных заготовках... А перламутрового нету, это на стеклянных заготовочках подсвечники, это на стеклянных заготовочках подсвечники, вот эти вот. Да, это стеклянные. Это стекло, да, обычный стеклянный такой подсвечник, просто мы его покрыли клеем и посыпали туда блеск. Вот и все. Вот посмотрите, сколько идей сегодня. Очень много, своими руками, и... Не спешите уходить, потому что у меня есть для вас еще сюрпризы. Сейчас очень вам хочу рассказать. Просто вот, знаете, как всегда делишься, ну, хочется делиться тем, что есть нового, интересного. Вот хочется очень поделиться еще своими такими нашими, ну, мастер-классами, которые мы снимаем для вас. Мы действительно их снимаем для вас. И хочется, и я вам очень благодарна за обратную связь, за...
Ну вот к ключницам, кстати, да, перейдем после свечей. За обратную связь, когда присылают работы, когда присылают то, что получается, вот ради этого реально, ну, мы все и делаем ради этого, и стоит вообще вот нам тут находиться сегодня с вами. Это наши ключницы. А те, кто еще не видел и не знает, здесь, посмотрите, свеча вот эта светодиодная, ну, она на батарейках, это безопасно, поэтому все в порядке. Но посмотрите, как горит закат. Да? Вообще, что это такое? Это уникальная техника переноса изображения на стекло. Причем на стеклянную поверхность можно переносить. Мы работаем в данном мастер-классе именно со стеклом, на все стекло. То есть даже вот этот вот силуэт, он у нас, это было полностью... То есть это не вырезанный силуэт. Это не вырезанный силуэт. Мы работали со всей поверхностью. И посмотрите, какая она гладкая, вы посмотрите, какая она прозрачная. Мы в этом мастер-классе, вообще как он родился, я обожаю эту технику, просто настолько люблю вживление. Непонятно, как это происходит, каким чудом. У меня есть подруга, она невероятно любит лошадей. И вот у нее есть фотография, она у меня есть в альбоме, в фотографиях, посмотрите, она на лошади. И я для нее сделала фото, вживила в стекло, в рамку, где она на лошади. Она когда увидела, она просто, она крутила, говорит, как, где я? Она открыла, она говорит, я не верю, где бумага, где подложка, что это? И вот в этом мастер-классе мы вас учим именно вот этому переносу, понимаете, на всю поверхность. Вот здесь вот, где маки, потому что снимаемые маки, вот здесь видны вензеля, видите, вот они, эти вензеля, они все абсолютно нигде не погрешности, то есть сохранен рисунок, все сохранено. Мы в этом мастер-классе, мы именно отрабатываем техники, технологии перенесения изображения на стекло, вживления на прозрачное стекло, на всю поверхность. Пошагово вам рассказываем очень много секретов и нюансов, как это делать, о последовательности, с каким усилием нажимать, вообще у кого брать помощники, какие нужны инструменты, материалы. Их немного, кстати, и это всем абсолютно доступно. И самое главное, что нет ограничений в использовании. Вы приезжаете с отпуска, вы приезжаете с моря, у вас есть вот не силуэт, а ваша реальная классная фотография. Вы берете ключницу, вживляете свою фотографию. И представьте, утром, зима, снег, вы просыпаетесь, подходите, идете на работу, открываете, а там вы, когда вы были на море, эти эмоции нахлынут, ваши воспоминания, ваша любовь, чувства. Вы приходите домой уставшие, с мороза вешаете ключ и опять море. То есть, понимаете, эмоцию вкладываете. Представьте, вы идете вот кому-то на день рождения, вы можете взять рамку, да, вот, ну, там, обычную вот для фотографий, большую, ребенок, родился ребенок, там, или там годик ребенку, вживить, вот как подарок, оформить красиво рамку, а потом вы можете оформить свой дом, что очень-очень важно. Вы создаете собственный стиль. Вот представьте, есть двери, да, межкомнатные, которые вот снимаются стеклышками. Да? Вы снимаете стекло, вы подбираете рисунки, и вы вживляете, у вас уже комната в собственном стиле. Идем дальше на кухню. Вы на кухне точно так же оформляете шкафчики уже в кухонном какой-то тематике. Понимаете, у вас вот точно как ни у кого, абсолютно точно. Также можно сделать ваше окно, только вы уже возьмите контурами, да, витражными, там, оформите, чтобы это как-то было красиво, ну, я не знаю, оформили, на квадратная ваза, сделайте под Новый год. Игеевский, да, ну, там, у кого нет, оформите ее. То есть вообще абсолютно все, что угодно. О, хорошая, извини, ага. Людмила говорит, она говорит, вот за год надоест мне это море, что мне в следующий отпуск на Северный полюс идти? Снимайте стекло. Пожалуйста, снимайте стекло. Да. И вставили другую картинку. Все. На лыжах на Северном полюсе. Возьмите, сделайте рамку для фотографий.
дома, меняйте их, пожалуйста, уже какое-то, да, вот фотография, галерея фотографий с путешествий. Все верно, Леночка, спасибо, абсолютно. А, подарок на свадьбу, вот, вот кстати, классный, да. Очень классный, да, вот, или на годовщину, да, вот тоже очень. А, мы минимум материалов используем, а выглядит она очень дорого, ну правда, она вживую. Вот здесь вот внутри мы работаем с распечаткой. Вот сейчас видно вот на цвет, вот как она, вот видите, вот это стекло. А, да, да, да. Вот видите, сзади подсветка идет, это стекло, которое вот полностью гладкое все, и на нем картинка, и у всех вопрос, как на стекле получена эта картинка, то есть да, как перенесли изображение на стекло. Да, и мы работаем здесь с распечаткой, именно как работать с внутренней поверхностью, как наклеить, да, работаем с медиумом, с фурнитурой мы работаем, ну, очень много нюансов рассказываем, то есть фантазируйте подсветку, светодиоды возьмите, проведите лампочки, и вот здесь вот подсветите, и вечером у вас будет гореть уже ваша ключница. Ну, вообще, то есть идеи миллион, море, здесь, кстати, тоже море, ну, вообще здоровски. Вот, кстати, можно... это морилка. Да, вот, пожалуйста, морилка. Сегодня мы показывали, вот это морилка. Да. Так что вот такие вот у нас есть замечательные ключницы. У нас, кстати, сегодня какие-то там спецпредложения в наших мастер-классах. По баннеру там можно платить. Там бонусов очень много, поэтому вы обязательно смотрите. Там есть в подарок мастер-класс идет, ну, очень тоже здорово. Сейчас хочется, знаете, что вам еще интересное прямо сказать, такое вот, то, что я хотела давно тоже сделать. Этот мастер-класс, он прям совсем другой. Это мастер-класс хулиганский. Он такой, знаете, мы здесь вообще все новое, это хорошо, забытое старое. Я очень всегда любила лоскутное одеяло, но невероятно. Вот этот вот мастер-класс так и называется, лоскутный пэтчворк. Пожалуйста, шкатулка нежнейшая, девичьи секреты и деревенская печки-лавочки. Вот такие вот у нас здоровские шкатулки. На этом мастер-классе мы с вами перешиваем, мы кроим, мы режем, мы шьем, мы клеим, мы вообще, мы настолько хулиганим, но это здорово, мы отрываемся. Вообще, вот, когда вы последний раз со своими детьми вместе что-то делали? У нас же что дети сейчас делают? Они сидят возле компьютеров, они сидят с телефонами, с планшетами. Выкидывайте все это, берите своих детей. Доставайте распечатки, давайте им ножницы, и я вас уверяю, вот просто не оттащишь за уши детей. Вообще, как родился этот мастер-класс? Первое, я обожаю лоскутные одеяла, вот такие вот, да, вот деревенские, шикарные. Во-первых, это модно, это жутко дорого, это так, но это очень красиво, невероятно. И потом я как-то открыла ящик со своими распечатками, я просто, знаете, как вот я думала, господи, как же их много, и где-то кусочки, обрывки, обрезки, которые почему-то не выкидываешь, но, знаете, жалко, а вдруг применишь, вот оно прямое применение именно вот этих вот распечаток на данном мастер-классе. То есть мы здесь учимся стыковать две и более распечатки. Посмотрите, мы учимся обыгрывать края, как именно соединять, стыковать, как их обыгрывать контурами. Здесь есть 20 стежков, я нашла в интернете, для, знаете, как для вашего, для примера, как вы можете это все оформить. Да, то вот есть разные варианты, разные, да? Да, мы все это прилагаем, обо всем об этом рассказываем. То есть, на самом деле, это смотрится вот так вот, ну, достаточно дорого и красиво, необычно, очень необычно будет, потому что таких распечаток, как у вас, нет ни у кого, все правильно? И все-таки сейчас вот в моду, ты знаешь, входит этот лоскутный пэтчворк, лоскутное одеяло, то есть это модно, если раньше это было бюджетно, из кусков сшивали одеяло, все правильно, да? То сейчас практически люди воссоздают, ну, скажем, это одеяло, причем это стоит дорого, да, достаточно. Да, абсолютно так. Воссоздают комоды, шифоньер в этом стиле. Вот хочется рассказать о применении, да. Не у всех же есть заготовки вот такого плана, шкатулочки. Берите обувные коробки.
клейте, обклеивайте их, у вас уже будет совершенно другой вид вообще в доме. Возьмите из-под каш вот эти коробочки, обрежьте их, можно туда складывать специи, коробочки, знаете, пакетики, можно карандашницу сделать на стол ребенка. То есть абсолютно можно оформить в этом стиле, ну, очень-очень-очень много всего. Просто главное фантазия ваша. То есть... Вообще, я вам предлагаю вместе со мной окунуться в эту сказку, потому что реально это погружение. Видите, мы здесь пуговицы приклеивали, мы все вот здесь вот эти стежки делали. Но я просто, знаете, такой отдых очень здоровский. Особенно, когда ты смотришь на эти фоны. Опа, то есть, смотрите, какая красота. Детские игрушки. Да, да. То есть вы можете часы так оформлять, фоторамки вы можете оформлять. Ну, на самом деле, там, вешалку. Знаете, как не просто у вас висит в коридоре такая вешалка какая-то, ну, обычно, а вы можете ее вот так вот кусочками вот этими оформить уже, что-то будет такое интересное, уже необычно. Очень стильный подарок будет, кстати, ну, там, кому-то. И вы с помощью данной техники, вы можете разнообразить все привычные стили, там, такие как кантри, шибишик и так далее. Вот, то есть, знаете, что-то такое необычное, что-то интересное. Прилагаются фоны, как бонус, вот эти вот фоны, которые использовались на этой шкатулочке нежнейшие, видите, здесь тоже у нас... Да, такие. Макеты мы делаем. Да, макеты, все это есть. Макеты, почти каждому мастер-классу есть у нас такое. И вот еще хочется вам рассказать, очень-очень интересно, о технике деграде. Очень многие уже ее знают, очень многие ее полюбили. Я сама просто обожаю эту технику. Я когда-то увидела... Вообще, знаете, я мечтала всегда уметь рисовать, быть художником. И мне очень... хотелось как-то, ну, рисовать. И как-то я увидела, девочки, у нас сделали невероятно красивую шкатулку с балериной, и все, я просто загорелась этой техникой. Я начала сама вот искать варианты, как же можно это все красиво оформить, да? То есть у вас есть сложный фон. И исходя из него, мы берем и оформляем полностью работу. То есть что такое деграде? Это перелив, это растяжка цвета, да, это такой плавный переход из темного к более светлому фону. Вы можете делать не обязательно вот такие вот светлые девчачьи шкатулки. Возьмите купюрницу, сделайте для мужчины брутальное что-то из темных каких-то цветов, приклейте туда автомобиль или вот, знаете, вот что-то такое вот, ну вот чисто мужское, оформите в таком вот стиле. Здесь мы очень много рассказываем нюансов, вообще как работать, нужно ли лакировать заготовку или нет, это очень важно. Знаете, вот пропустив какой-то момент, может что-то пойти не так. Сухие кисти влажные, краска жидкая, краска густая. Вообще, как обыгрывать края? Еще там тоже у нас есть еще одна шкатулочка, тоже интересная, другого цвета. Мы там обыгрывали края с помощью трафарета. Мы все это показываем, потому что это, эти знания вам не только в этом мастер-классе пригодятся. Как, ну, вообще вот... И учим вас соединять и именно, знаете, как перетекать вот контрастные краски одну в другую, чтобы не было полос каких-то таких ощутимых, чтобы было все плавно. Также вот о сочетании цветов мы много говорим. Вот у нас здесь вот такие вот есть примеры. Да? Вот мы на дощечке. Плюс мы прилагаем к этому мастер-классу тоже прям палитру такую цветовую, и где вы можете тоже... Ну, все это. В общем, как, сколько слоев краски, как добиваться гладкости поверхности, лакировка. Обо всем об этом мы говорим очень много, интересно и познавательно. Так что вот такие вот работы интересные, здоровские для вас. Мы готовим такую обучающую программу. И вы знаете, вот часто смотрят вот люди и думают, вообще как? Как это было сделано, да, вот у меня тоже возникал частый вопрос, вот как? Мы в нашей обучающей программе как раз и говорим, и показываем, как это делать. Мы до вас доносим эту информацию, мы вам ее даем с тем посылом, чтобы вы пошли и начали делать.
и начали творить. Так, я вас благодарю за доверие, за то, что вы приобретаете нашу обучающую программу, за ваш интерес, за то, что вы сегодня были с нами вечером. Я надеюсь, даже уверена, что сегодняшний вебинар был вам очень полезен. Было очень много идей классных, всевозможных. Применяйте на здоровье. Завтра выложу все картинки, распечатки. Так что добавляйтесь в наш закрытый клуб. Там очень интересно, очень конструктивно. Люди растут. Это видно. Нашу открытую группу. Я вас благодарю за вашу обратную связь, за вашу энергию, за ваш позитив, за вашу любовь к творчеству. И до скорых встреч!